Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной эфир передачи «Шутки в сторону». У нас сегодня очень интересный гость. У нас в гостях актриса, певица, поэт, писатель, продюсер, очень просто талантливый человек Катерина Ксеньева. Ну и как же ты жить собираешься, мать? Молодую и красивую невозможно сломать. Ладно, леший с тобой. Оставайся пока. А меня не боишься? Себя? Мужика? Все-таки с мужчиной в четырех стенах, который, между прочим, отнюдь не монах. А тогда же веселее, когда поем. О, повеселимся вечером. Выпьем с боем. Ну, песня тут нехитрая. Погладить бы надо. Какая мне будет за это награда? Награда за платье? Да плачь при чем? За стол, за жилище. А, вот ты о чем. О любви, о чем же? А я о другом. Утюг бы мне. Ладно, вернусь утюгом. Добро пожаловать в студию. Привет, Катя. Если здравствуй, можно так Юра. Тебе по-небратски обращаться. Привет. Я дико соскучилась. Впервые вижу тебя вживую онлайн. И хочу признаться тебе в любви, можно сказать, потому что ты редкий представитель спасибо. Той иммиграции, по которой я соскучилась. И спасибо Илье Заславскому, который нас с тобой познакомил. Он спасибо, был первый человек, которым я восхитилась, потому что Илья Заславский – подвижник нашего времени, такой Михаил Кольхаус наших дней, который борется с олигархами и делает это очень методично, планомерно и очень последовательно, что очень важно. Для всех, кто не знает Илью Заславского, обязательно посмотрите. У меня был с ним эфир несколько месяцев назад. Вот. Но сегодня мы фокусируемся на тебе, Катя. Вот, сегодня ты гвоздь программы, и для меня это большое счастье, что ты пришла к нам в гости. Вот. Спасибо всем. И я, знаешь, это так приятно, когда ты видишь кого-то на экране, а потом вот так вот можно поговорить лично. И как мы с тобой говорили до передачи, это даже иногда бывает странно, потому что я тебе представляю, как я олицетворяю тебя ассоциирую с героинями. Машу Палкину, Дашеньку. Петр Никитич, у меня здесь новая статья. Всадник в чёрном. Остановил коня и, крадучись, направился по перекинутому через Москву... Петр Никитич! Лев Николаевич! Да? У меня сенсация! Представляете, моя родная, двоюродная бабушка слышит звуки на расстоянии. Вы представляете? Я тоже слышу на расстоянии. Понимаете, Маша, все люди слышат на расстоянии, кроме, разумеется, глухих. А вы как-то иначе? Да нет же, нет! Она слушает без ушей, понимаете? Нет, не понимаю. Ну, как будто у нее вместо ушей телефон. А что, понимаете? Что, любые звуки слышит? Нет, не любые, но она слушает очень многое. Мелодии, музыку. Послушайте, Маша, может быть, это слуховые галлюцинации? Да, конечно, это галлюцинации. Да нет же, это не галлюцинации. Она слушает радиотрансляции без помощи радиоприемника. Этого не может быть. Я тоже сначала не верила. Но моя бабушка, Вера Сергеевна Грановская, всегда отличалась уникальной порядочностью и бескомпромиссной честностью. Она просто не может соврать. Я не случайно затронула, конечно, личность Заславского. Потому что, ты понимаешь, мне кажется, если ты помнишь себя в детстве, у тебя было какое-то предощущение задницы будущего для России? У меня всегда. Я родилась в то время, чуть-чуть пораньше тебя, но у меня... С самого рождения, то ли от того, что я родилась в уникальной семье моей красавицы мамы, актрисы и продюсера Людмилы Самохваловой, которую многие люди знают по ее пронзительному монологу в фильме «Фонтан» у моего отца, киносатирика Юрия Мамина, так как она навряд ли могла сыграть хоть какая-то актриса. Мое предощущение какой-то вселенской катастрофы будущего для России происходило из тех разговоров, которые я слушала постоянно за столом, когда, понимаешь, дети ведь не такие невинные цветки жизни, которые смотрят с широко распахнутыми глазами, ничего не понимают, о чем говорят взрослые. Все понимала, как и ты, во все вникала. И когда вокруг говорили о Варламе Шаламове, о процессе над диссидентами, постоянно идущими в Питере, в Москве, когда я встречалась с какими-то представителями, хотя у нас семья была далеко не диссидентская, и мои родители были очень такие позитивные, светлые, юморные, как и ты, представители антисоветского звена творческой элиты Петербурга. Я
всегда чувствовала, что впереди грядет еще что-то более страшное, что, вероятно, наступит какое-то время освобождения. Но в целом, понимая, чем жила Россия последние, там, я не знаю, 60 там, лет, с 17-го года, какое количество жертв стоит за плечами всей этой страшной власти, большевистской и советской власти, более 60 миллионов жертв советской диктатуры, я понимала, что даром это все не пройдет. И судьба моих родителей постоянно меня ввергала в какую-то тревогу, я боялась за их жизнь, потому что я чувствовала, что и папочка все время под гнетом этих партийных бонз, тут советы какие-то унизительные. Как говорил Михаил Зорин, сатирик, после худсоветов советских любой режиссер не имел права ложиться в постель с женщиной. То есть ты представляешь, как опускали творцов эти худсоветы советские. И моя мама с ее удивительной красотой и талантом, который она воплотила в фильме «Фонтан» в 88 году, снятый моим отцом. Она сыграла монолог русской актрисы так, как ни одна бы не сыграла. Вы выращиваете там 1000 с лишним цветов? Здесь же. В квартире? Ну, уважаемый, вы меня извините. В однокомнатной квартире живут четверо людей и выращивают 1000 с лишним цветов. А сам пойду за мамой. Я думаю, вы знаете, пора, наверное, называть вещи своими именами. Вот такая наша жизнь. И сил нет больше так жить. Господи, мы мучаемся, не живем. Просто мучаемся. Все, и я, и муж, и Любочка, и папа. Все сил наших больше не остались жить. Нам квартира нужна, понимаете, квартира. Господи, и только и больше ничего, на что здесь такого. А денег нет, ну где взять деньги? Мы и так уже по уши в долгах. Мы же не воруем. А взнос 4000. Ну что нам делать? Скажите, что? Мы же живые люди. Мы хотим жить по-человечески. А мне уже 30 лет. А жить, когда я вас спрашиваю, когда жить? Господи. Я же женщина. А женщина дела бы мою лучше. Я хочу уютный дом, я хочу нормальную семью. Дорогая, ну я вас прошу, успокойтесь. Я думаю, наши телезрители уже просто рыдают. Уже все женщины, наверное, вам сочувствуют. Я, которая всегда предощущала, что я буду актрисой, я хочу идти по стопам мамы, я хочу, чтобы на моих спектаклях люди плакали, я хочу, чтобы зритель меня сострадал. Я понимала, что быть актрисой – это не просто быть кабатинкой и участвовать в театральных интригах. Мне это все было до тошноты. Я прекрасно понимала, что для меня я делаю выбор такой – быть актрисой – это значит быть человеком, гражданином, женщиной. Пропустить все через себя, все то, что происходит вокруг, и быть соучастной политике, и не плыть по течению. Потому что в детстве я посмотрела фильм с Брандауэром «Мефистофель». Ты смотрел этот фильм? Помнишь ли ты этот фильм? Да, конечно, замечательный фильм «Мефисто». Да, он играл гениального актера, талантливого. Он бежит, унижаемый этим блистательным немецким актером, который играл гестаповца, и говорит, ты марионетка, ты никто, ты будешь играть так, как я тебе, ты будешь исполнять любое мое желание. Я с ужасом думала, боже мой, это что? Значит, быть актером, это значит быть марионеткой системы, это значит быть проституткой политической, это значит быть, плясать под дудку политбюро СС, я не знаю, там, Штази, любой страшной диктатуры, диктаторской системы. Я не хотела так, как Брандауэр, я хотела так, как я. Our dear and talented athletes, we urge you, please do not become a pawn in Russia's criminal system. Do not go to a country that is able to massacre animals for a World Cup. Don't turn your heads away from what is happening today in the preparation of the Football World Cup in Russia. It is nothing short of hell and a slaughterhouse. We desperately need your support, dear athletes. If we don't take action now, we are at risk of repeating history. In 1936, if the whole world had boycotted Hitler and his Nazi Germany from the Olympic Games, World War II would never have become a reality. Don't play with Putin's Russia and his oligarchs in their game. They are the epitome of inglorious bastards, and cooperating with them and their money is no better than selling your soul to the devil. И
В данном случае, не случайно я затронула личность Заславского, эта система, которая пришла после Горбачевской власти, у нас была очень короткая часть свободы политической относительно, потому что Горбачев тоже был из всех старых партийных бонз, который сначала виноградник его рубал, потом еще что-то он там вводил войска в Грузию, в Эстонию и так далее. То есть он наделал столько преступлений, дел, за что он будет отвечать, конечно, на том свете. Но в целом установка у нас углубить, расширить, понимаешь ли, гласность, да, была правильная. Появились замечательные журналисты, блистательные. И, конечно, появился мой отец как режиссер, потому что без Горбачева он не имел бы возможности снимать. Но когда после Горбачева пришли к власти бандиты и торгаши, когда они разграбили страну, когда они опустили русский народ до состояния такого, что просто русские люди, если кто не знает, но просто люди кончали жизнь самоубийством. Люди оказались на грани нищеты, они не знают, что такое бизнес. Интеллигенты, понимаешь, ну, инженеры, но они не знают, как деньги заработать, как одурачить, как быть торгашами, торговать там колготками, а потом становиться кинопродюсерами. Они не знали, как вот обмануть целую систему, как сделал Блаватник, Виксельберг. Построили завод в Сибири. Ты понимаешь, что такое Русал, на котором Блаватник сколотил свое состояние? Это же рабский труд тысяч людей, которые заработали с 90-х рак. Люди там умирают от рака в Сибири, там повальная смертность, дети рождаются уже с жуткими врожденными катастрофическими пороками. Сначала они опустили население, а потом пришел, за какое-то короткое время они опустили население, потом пришел к власти этот карлик Путин, который представлен мафиози Ельцина, который, собственно говоря, был первый реально мафиозный президент, который просто реально сказал: не будешь трогать мою семью, дам тебе вот президентское кресло. И Путин сказал: вопросов нет. И пришел Ельцин, который вместе с Путиным просто уже начали сознательную программу по превращению населения в ворог. Dear friends, only a boycott and a worldwide condemnation of Russia's inhumane government system will bring results. After all, for Russian officials, both government and oligarchs, money and prestige matter more than anything else in the world. Should we succeed in ridding them of the possibility of laundering their money in Europe and the USA, their power will diminish. All they care about is keeping their power and using the money they have already stolen from their own country to influence the world community and dictate to the world their impotent policy. И за 25 лет они превратили население, Юра, в страну орок, которые сейчас идут и убивают украинских детей и насилуют украинских женщин. Я горда, понимаешь, что я снималась у человека, который прежде всего признал меня как актрису. Не потому, что он мой отец, как говорил... Я хотел про это послушать тоже отдельно. Юрий Гальцев о нем сказал очень правильную вещь. Говорит: ну, Беркут, Юрий Борисович, ну, вы же Беркут. Беркут ходит по площадке. Моя любимая птица, Беркович, Беркут. Меня так в детстве называли. Боже мой, Юра, я думаю, почему? Какая кличка у меня такая была в детстве. Возник с тобой такой замечательный живой мост. Ты же Беркович, а он Беркут. А его Гальцев называл Беркутом. Его Гальцев называл Беркут. Вот, с Беркутом работать очень тяжело. Но этот Беркут признал меня как актрису и сказал: буду тебя снимать, после того, как он посмотрел меня в спектакле «Санта-Круз» в главной роли Эльвиры, в главной драматической роли. Я хочу, чтобы мужчина, который для меня все, так же и во мне выходил все. Я ведь точно знаю, что потом ты меня бросишь. Ты поведешь себя как подлец. Это был 98-й год, я выпускалась с курсом Томашевского, Юра. Томашевского, блистательного актера, московского. Питерского ученика Достоногова. Давай по порядку. Ты училась ведь петь сначала, правда? Да? Давай вот расскажем, может быть, твою биографию вкратце. Просто познакомим тебя со зрителями, а потом мы их будем кошмарить Ельциным и Путиным. Кстати, я должен сказать, что те, кто тебя не знают, это, конечно, большой пробел. Да, ты не обижайся, что я прошу тебя представиться, но
тем не менее, что делать? Эмиграция, понимаешь, знаешь, люди следят за Джонни Деппом и как он там с какой-то разводится, Хёрд, знаешь, и не знают таких имен. Ну, кто-то знает, кто-то не знает таких имен. Ну, это, нет, Юра, в этом есть абсолютно точный методичный пиар и маркетинг, которым я никогда, в принципе, не занималась, как и папа. Надо этим заниматься. Этим надо заниматься, но на это уходит жизнь, и тратить жизнь либо на создание творческих продуктов, либо на собственный маркетинг и пиар. Как-то, наверное, надо это соединять. Я пока не научилась. Там посмотрю, чего как. Но, ну, может быть, я наивен, но я полагаю, что люди с талантом, а он у тебя через край, все-таки они должны, мне кажется, заслуживать и без маркетинга признания. Может быть, я наивен и в розовых очках скажу. С другой стороны, я не из актерской среды, ты же понимаешь, у меня все цифры, цифры, цифры. Мне просто повезло, потому что такая профессия, даже если меня не будут промоутировать, потому что я дочь опального режиссера, который в России априори уже нон-грата с 95-го года, потому что фильм «Окно в Париж» считается очень антирусским, его клеймо «антирусский режиссер» уже тогда к ним прилипло. Еще с праздника Республики, с Фонтана, с Бакенбардов, которые ненавидят комсомольские лидеры, ненавидят Бакенбарды. Парадокс, а молодежь до сих пор его смотрит, нон-конформистская российская молодежь. Поэтому быть дочерью русского сатирика и еще как бы попасть в струю в эту олигархическую, ну, это надо спать с Кусневичем, потом летать в космос. Мне было противно спать с теми, кого я не люблю. Либо ты актриса, либо ты проститутка. Понимаешь, если ты соединяешь две профессии, то ты отдаешь душу дьяволу. Поэтому процесс над Ванштейном, который сейчас, наконец, пошел, для меня же это не... Я же не ханжа, я понимаю всю меру серьезности, когда ты делаешь ставку на роли, и ты понимаешь, эх, вот эта роль, хочу Оскара, хочу, чтобы вот прославиться на весь мир, и так вот дальше, чтобы просто вот все знали весь мир. И да. Ты говоришь, хочу. Что для этого надо? Ну, есть такой дяденька, в Эспорте живет, неподалеку, кстати, от меня жил, и у меня была дилемма, пойти к Ванштейну, представиться и там сказать, что вот, я показать свои отрывки и сказать, вот я такая. Я бы, конечно, ему понравилась, безусловно, потому что ему не понравится трудно, ему нравятся все. А мне, ты знаешь, повезло. Красотка, все у ней в порядке. В делах настырно, а в кроватке такие знает чудеса, что просто дыбом волоса. Я с нею скину 100 годов, и как юнец всегда готов. Так познакомь. Знакомься, тата, мой друг Онегин. Вы что-то... Ну да, порхаю, словно стриж. А я люблю Париж. Это самая Татьяна, которой я когда-то рьяно навешал на уши лапшу. Вот это класс, едва дышу. Прикид от самого Версаче, а это вроде бы кусаче. А сколько брякает на ней цветных металлов и камней. Я это дело не оставлю и ублажать себя заставлю. А если я чего хочу, то все сомнения мочу. Но когда я увидела впервые его физиономию, это было в 90-е, я сказала, боже, какая жуткая, пошлая, отвратительная физиономия. Это кто? Мама говорит, это Ванштейн, ты понимаешь, он продюсер в Голливуде, вот хорошо бы к нему в будущем обратиться, там вот проект у тебя есть, Рокман для отца, он бы мог помочь. Да, он мог бы помочь, но цена этому была бы продать душу дьяволу, а они через это прошли, а после драки кулаками, конечно, не машут. Но этот процесс над этим вопиющей наглости бизнесменам, ведь не процесс, когда мы судим человека, который... позанимался там сексом с актрисами, дал или не дал им роли. Нет. Америка сейчас судит беспредельщика, абсолютного беспредельщика, бандита, который Сэлми Хайек, которая отказала ему, сказал, я переломаю тебе, мексиканка, ноги, я тебя лишу ролей в Голливуде. А сыну Мии Фароу, этому красавцу, Рон, 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 Рон,
он же нанял моссадовских офицеров для того, чтобы они его убили. И те, конечно, тут же его издали, FBI. И за эти вещи его судят. Он ведет себя как разнузданный бандит, беспредельщик власти, который хочет таким, как мы с тобой или другим актерам или актрисам показать, вы здесь никто, я власть, у меня деньги, у меня, вы. Но это до сих пор так? Вот это отдельный случай или это, в принципе, пронизана вся вот эта вот, к сожалению, не вся, но большая часть этой области? Не, не вся. Вообще в Америке свиней мало. В Москве москалей много. Ну, кто такой москаль? Беспредельщик, наглец, скотинин. Чудо русская столица! Веселые настали времена. Тебе теперь нельзя не удивиться. Москва, меня пьянишь ты без вина. Ждем в Москве сплошной бомон. Бросай пьемонт или вермонт и двигай в русскую Москву, чтоб дать свободу естеству. Сперва фуршет, потом банкет, тусов, сауна, балет, ночное шоу и отдельный кабинет. Катюша, скажи мне, вот ты затронула много тем, я пытаюсь просто это упорядочить. Ты мне скажи, вот как ты решилась стать актрисой? У тебя знаменитые родители, у тебя режиссер Юрий Мамин, которого мы все любим, замечательная мама, актриса. Они тебя как-то поощряли вот, пойти по этой стезе? Как у многих, знаешь, вот у многих, да, людей искусства, они поощряют детей, а бывает наоборот, отговаривают. Интересно, как ты вообще на это отважилась? И тем более, вот если ты сейчас расскажешь такие страшные вещи про этот актерский мир, я не знаю, наверное, ты еще это не предполагала в свои там 17 лет, когда ты это начала предполагала, делать. Предполагала, предполагала. Да? И все равно ты на это решила. Вот передо мной судьба, пронзительная судьба моей мамы. У нее молодость и юность пришлась на брежневский и андроповский год. Тогда ванштейнщина процветала. Ты был никто посреди нигде, если ты не улучил возможность, ты красивая женщина, тебя хочет режиссер, он тебе предлагает постель, а ты говоришь, нет, я люблю своего мужа. Понятно, ну тогда приходи там завтра. Приходите завтра. И эти приходите завтра у мамы всю жизнь. Наконец, я тебе скажу, вся актерская карьера в основном советских актрис, звезд, строилась на ванштейнщине. Неужто все так определялось внешностью? То есть это как бы... А, нет, талант? если ты... Хочешь нет, верить, если... что талант пробивает дорогу? Я тебе в этом плане оппонирую, да? Что... Или... если ты красивая актриса, навряд ли. Ей красота очень мешала, и ее все воспринимали как очень красивую женщину. Просто я видел очень, фотографии. Очень, да, мама для меня, ну, идеал славянской красоты. И всем было до фени, какая она актриса. Ну да, там актрис драматических, наверное, много, но никто, кроме моего папы, не понимал, какого уровня драматический талант она. Что в ней есть такое внутреннее чувство органики и трагизма этой жизни. У нее глаза настолько грустные по жизни, с детства. Ну, наверное, она с такой душой родилась. Вот. И просто моя мамочка, это для меня все, я очень люблю, и извини. То, что они сейчас... Извини, то, что они сейчас... Это у тебя такой крик души, потому что то, что ты описываешь, это очень несправедливо, и это очень грустно, я надеюсь. Нет, просто то, что они вдвоем, наконец, здесь со мной, на американской земле, моя мама, которая с детства восхищалась американцами, ну, нет обаятельных людей, чем в Америке, нет отзывчивее, помогут, протянут руку, всегда не дадут упасть. И причем друзья у меня абсолютно как бы разношерстные. Трамписты есть, есть. Консерваторы есть, есть. Республиканцы ярые, правокрыло есть. Трамписты демократы есть. И как бы центристы есть. К кому отношу я и себя? Потому что я вижу коррупцию как среди демократов, так и среди республиканцев. Ну а то, что создал Трамп, это просто бандитизм и олигархизм. А если ты посмотрел Сашу Барона Коэна, ты понимаешь, о чем я говорю. Конечно. Катюш, как же ты на это все решилась тогда? Да, вот пойти по этому тяжелому пути, такому тернистому. Ты просто вот зов таланта был такой сильный, да, что ты, и ты решила, что ты сможешь эту систему... Я решила, что я не буду, как другие. Я искала принца хотела, понимаешь? Глупо, конечно, звучит, но я хотела самого порядочного, смелого, как папа, чтобы на кулаках отстоять честь и достоинство своей женщины. И в то же время я хотела, чтобы был личностью уникальной. Когда я смотрела на фильмы с Клинтом Иствудом, с Робертом Редфордом, когда я смотрела «Охотник на оленей» с Робертом Де Ниро, молодым, с Кристофером Уокеном, когда он смотрит на эти гробы своих товарищей, и так как Кристофер Уокен играет в «Охотник на оленей», ну, никто не может сыграть в мире, ну, это же гений вообще. Но это имиджи, а в жизни, может быть, они очень... Они такие же. Понимаешь, Юра, мы же говорим... Я понимаю, о чем ты говоришь.
Мы же говорим о великих актерах, которые зеркально отражают американский характер. Ну, если ты таких, как герой Де Ниро в жизни не встречал, значит, он плохой актер, а он гениальный актер. Значит, таких, как он встречал? Ну, вот я таких встречаю каждый день. Я пытаюсь немножко оппонировать, но, знаешь, это сложно делать, когда я с тобой соглашаюсь. Ну хорошо, оппонирую. Америка, это было у тебя на тот момент далеко впереди, возможно, да? Может быть, ты даже это не предполагала. Но ты же все-таки начинала в российской реальности, да? То есть как тебе, каково это было? И, кстати, заодно скажи, вот у тебя замечательные родители, но ты так вот начала, сказала, что это и не просто тоже, да? Вот, то есть это вот скажи, это тебе повезло или это, наоборот, тяжело, когда такие родители, да? Вот тебе это помогало или утрудняло? Во-первых... Другое, вот мне сложно это представить, у меня замечательные родители, но не такие известные, что да сказать. Причем здесь известные, неизвестные? Мы же ну хорошо, талантливые, я не знаю. Ну вот как вот расти у таких родителей? Просто вот поделись. Во-первых, когда я росла, они не были вообще известными, но я их обожала и боготворила не менее, чем я сейчас боготворю. Вот, поэтому я всегда чувствовала очень большую тревогу за судьбу моих близких, и мне хотелось их охранить, и я понимала, что родители должны жить в другой стране, и что было большой очень ошибкой для них родиться в России. Я это чувствовала и понимала. Слушай, ну давай, раз уж мы все-таки нас склоняет в политику и в историю, скажи, а почему так? Все-таки, знаешь, есть такая вот, такое клише, что люди везде одинаковые, то есть это что, не люди, это система, да? Почему вот так, такая вот обреченность, на твой взгляд? Почему нет просвета? Я тебе честно скажу, что я дитя перестройки, мы уехали уже, перестройка закончилась, когда мы эмигрировали в Америку, но, в общем-то, я рос в перестройку, я помню это время надежды, каких-то... перемен, да, вот этот свежий воздух был, ну, на мой детский такой взгляд относительно. Да. Вот, и, ну, ты так это все описала вначале, ты сказала, что нет, вот было и при Горбачеве вот так вот, и при Ельцине, и при Путине, и все это какая-то вот такая вот вязкая какая-то муть, которая и так плохо, и... При Горбачеве было хорошо, при Горбачеве была надежда, что приходят новые мощные силы демократические. Не те демократы, подчеркну, Чубайс, Явлинский, Гайдар, кто они? Они экономисты Чикагской школы. По системе Милтона-Фридмана они создали эту чудовищную экономику разграбления. Трикл-даун экономику, которая позволяет олигархам грабить... Ну, грубо говоря, в основе твоего богатства лежит тот факт, что ты просто не доплачиваешь своим работникам. Но ты урываешь. Так ты сплачиваешь своих миллионы. Строишь жизнь, свое богатство на арабском труде. Это не демократы. Это, извини, говно человечество, паразиты. А те демократы, которые... Ну, Лихачев, ну, мой отец, мало таких. И поэтому при Горбачеве появилась возможность, пришли взглядовцы, журналисты из программы «Взгляд». Замечательные ребята. Потом они стали бизнесменами. Я даже слышала, что Любимов – заядлый охотник. Абсолютно для меня персона нон грата, убивает животных, трофейный охотник. Но тогда-то я в них верила, и тогда они были молодые, талантливые, очень демократичные, смелые журналисты. И... Было время надежды, было время на то, что российское общество начнет сейчас наконец, что вот мы наконец воспрянем гордость за культуру, за российскую, за те страдания, которые положили декабристы, Чаадаев, там, я не знаю, Герцен с Огаревым, лучшие антисоветчики, которые пали жертвой сталинщины, ленинщины, почили в бозе, в ГУЛАГе где-нибудь, замученные уголовниками и НКВДшниками. Вот пришел час их воскресения, наконец, воскресенье их идей. А нет, не тут-то было. Горбачев предал свои идеи, предал вообще перестройку, сдал ее ГКЧП, и возник Пахан Ельцин, которому тоже все поверили. Ну, глобально говоря, что такого, вот на твой взгляд, ты так это вот описываешь, как нечто закономерное? Тут не заостряй внимание на личностях в истории. Почему ты считаешь, что там какая-то такая, ну, нет просвета в будущем? Может быть, вот этот вот сейчас мрак, который там наступил, сгустился, знаешь, вот Быков, по-моему, сказал, что это просто такая русская зима. Зима пройдет, наступит оттепель. Вот. Ну, все так говорили уже на моем веку. Это зима, временно пройдет, ничего не проходит, все возвращается на ужасные круги своя в России. У меня ответ только один, Юрочка. Мне кажется, что слово «Россия», если ты видел когда-нибудь, ты проявлял любопытство по поводу ГУЛАГа вообще, системы, что это такое, система концлагерей? Ну, конечно. Если да, ну, ты смотрел... Я не был, что... слава богу. Да, благослови тебя. У меня прадед расстрелян, Дмитрий Дмитриевич Мамин, папин дед, его расстреляли в 1937 году. Красавец, женолюб, прекрасный музыкант, играл как папа на фортепиано, и его вины не было вообще никакой. Естественно, он не был врагом народа. Ну, так как более 60 миллионов
просто так смели с лица земли. Это дед моего отца, это мой прадед. Я посмотрела рисунки, очень страшные, очевидцы, концлагерного работника, у которого проснулась совесть, понимаешь? И ты знаешь его имя наверняка, если я не ошибаюсь, Данцик Бадай. И вот этот знаменитый Данцик, он зарисовывал то страшное, что он видел в концлагерях, будучи работником концлагеря, ну, я тебе скажу. Это такое, что после этого спать не будешь ночью, а это все его рисунки. Так вот, он считал, что Россия по вот этому вот как бы вот языку древних народов означает проклятая земля. Украинцы, которые воюют сейчас за малые клочки своей земли, отвоевывая каждый клочок земли у российских орок, особенно я преклоняюсь и восхищаюсь украинскими добровольцами, которые отвоевывают украинскую землю, принадлежащую им по праву. Они там жили веками, это не земля москалей, и нет чего там москалям делать вообще в Украине. Это разные культуры, разные народы. Ну, разные народы, у нас разный менталитет. Мы рабы россияне, а они свободные люди. И лучшее, что их иллюстрирует, это Репин, картина замечательного Репина. Запорожцы пишут письмо турецкому султану. Посмотри, какие веселые украинские лица. Юморные, свободные. И бурлаки на Волге. Вот эта лямка, которую русский народ тянет, и тянет покорно. Восстает русский бунт, он страшен всегда, но толка от этого никакого, потому что он стихийный, и та верхушка, которая берет власть, она оказывается такой же мерзкой, как и предыдущая. То есть элита политическая оказывается всегда отвратительной. И когда в России придет этому конец, я не знаю. И, собственно говоря, будущее России для меня – это децентрализованная Россия, в которой не будет Москвы как столицы. И в моем, если я хочу России пожелать что-то хорошее в будущем, это, конечно, покаяние длиною в 100 лет за те страшные преступления, которые Россия совершает сейчас в Украине и совершила перед своим народом, геноцидом собственного народа, начиная с 1917 года. И, конечно, построение российской системы по системе Соединенных Штатов Америки. Российская глубинка, Дальний Восток, Сибирь, должны быть все независимые регионы, как Штаты Соединенные Америки, которые должны друг друга поддерживать на очень уважительных правах. И если в каком-то штате чего-то не хватает, другой штат помогает, как вот Калифорния помогает, там, я не знаю, Коннектикут и так далее. Но эта система... Помогает. Да, только американская система, потому что Россия очень большая страна, и система такой огромной территории должна быть полностью децентрализованная. Ну, ты знаешь, при Ельцине же пытались это сделать. Вот Ельцин, это была, в общем-то, такая децентрализация. Он говорил фактически регионам, берите сколько хотите и делайте, что хотите. И это тоже как-то не очень работало. Все эти местные скотины, они подчинялись Москве. То есть Москва по-прежнему давлела, как она давлеет сейчас, над регионами. И это очень хорошо рассказал об этом Звягинцев в фильме «Левиафан». Практически единственный режиссер. Я очень расстроился, что он не получил тогда Оскара, по-моему. Я понимаю, почему он не получил, потому что его фильм, он говорит не об общечеловеческом, а он говорит о сугубо российском наболевшем, и это не является некой такой ценностью мировой, как вот, например, фильм отца моего «Окно в Париж» приглашали на соискание Оскар, и тогда взбунтовалась вся кинематографическая элита, и Михалков, в общем, понял там Бучу, чтобы мамина на Оскар не пустить, но фильм «Окно в Париж» как раз он говорит об общечеловеческом, он является сатирой, но правительской сатирой, когда Мамин предсказал, что будет в будущем, когда весь этот скотский хутор, Гороховы, хлынут в Европу, и что они сотворят. И он показал, что такое вот этот квасной российский патриотизм вот этих вот местных скотинных Гороховых. Горохов, ты что делаешь? Пианино тащу. Зачем тебе пианино на крыше? Концерты давай, дура! Давай, помогай! Это они тебе так отделали? Так, это что, за валюту? Нет, за твои красивые глаза! Тебе кто дал право тратить на себя, дура? Свободно конвертируемую валюту! Это я вас сюда привел! А это кому я купила? Бесь! Бесь! Я право, на кого потратила свою жизнь! Паразит окаянный! Ах ты, старый проститутка, молчит! Я предупреждал, я тебе говорила, не выходи замуж, тихо! Шуметь, вызывать полицию. Мадам, что пардон, то пардон. Мы больше не будем, не надо вызывать полицию. Слыхали, мама? Мы уже замолчали. Так по морде, тихо! А как взгляд из разу, так тихо, пардон, пойдемте, мама! Мадам, пардон, прошу, все будет нормально.
Ванька и Матан Саляви. Я вас прошу, все будет хорошо. Мир, дружба, пардон, мерси. Кто сбросил наше белье? Тихо, не ори, кому нужны твои тряпки? Я знаю, кто. Я знаю, кому это нужно. Вера, я прошу. А вот я сейчас ей устрою. Вера, Вера, прекрати. Что ты делаешь, Вера? Вера, тихо. Вот она уже идет сюда. Вера, будет скандал. Я тебя прошу. Мы молчим. Засранка, идиотка, блядка, весь мерзавец, дурак, сволочь, блядь, говно, бандит, вуаля. Ах так, да? Ну, я тебе покажу. А вот это-то видела? Такие фильмы должны получать «Оскар». Вот эта русскость немножечко как бы непонятна, ну, если да. Эта русскость не говорит об общечеловеческом, как Толстой и Достоевский. Ну, может быть, мне неуместно рассуждать про судьбы России. Я всегда вспоминаю кадр из фильма «Фонтан», где они сидят, по-моему, картошку чистят, и там сидит такой, я не помню, он такой второстепенный герой, он говорит, вот почему там где-нибудь в Дании все хорошо, а у нас... так вот все плохо, потому что там в Дании, Дания маленькая, а мы большие какие. Знаешь, да, совершенно, Голландия, маленькая страна. Да, Голландия. Кстати, отец за это получил какой-то почетный, что ли, приз в Голландии. Они посмотрели этот фильм на кинофестивале и сказали, боже мой, да, мы такие, и дали какой-то ему почетный приз. Павел Сергеевич, железо бы нам! Железо, кровельно бы железо бы нам! И стропил! Железа у нас нет. А? Железа у вас нет. А стропила? И стропил тоже нет. И нет железа. Фанера есть. Фанера? Какая? Тройка. А десятка? Десятки нет. Фанера есть. Фанера есть. Фанера нам не надо, полцена. Фанера тебе не надо. Железа нету. А вот лук убери, сколько хочешь. Не, правда? Да. Пасынки. Ну, ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Скажите мне, почему у нас так получается? Такая огромная страна, а ни хрена нету! Потому и нету, что огромная. Вот взять Голландию. Маленькая страна, а все есть. Потому что маленькая, а у нас широта, простор. Вот именно. Много большой полей. Я другой, такой страны знаю. Давай вернемся к тебе на секундочку, потому что мне кажется, что ну, у нас столько необъятных тем, но мне все-таки хочется узнать про тебя, про твою актерскую биографию, потому что ты играла в замечательных фильмах. Во-первых, «Не думай про белых обезьян». Вот фильм очень недооцененный, многие его, к сожалению, не видели. Mm-hmm. Вот интересно узнать вот его историю и как вот это все было. Потом ты играла в «Русских страшилках», да, это сериал. Да. Я его с удовольствием. Козоглазую журналистку косила глаза. А у меня все не так. Че так? Да. Закончила школу, а потом факультет журналистики, а потом пела в рок-ансамбле. Серьезно? Да. В каком? В фотоателье. А я помню. Помните? Да, а ты? А ты? Помните, я пела эту песню? Я, помните, в темных очках? В темных не помню. Да. Ну, я там долго не работала. Ну, я всю жизнь фотографировала. Меня батянька научила. Вот. Ну, и больше ничего интересного. Кроме того, что моя бабушка была ведьма. Но это ведь ее заслуга, а не моя. Ну, ничего, Машенька. Мы еще скажем свое веское слово. Вы думаете? А может, и два. Да, Палкин, с удовольствием, очень, очень смешно. Это все работы вот твоего папы. А, ну, вообще, вот расскажи, ты себя ощущаешь больше трагичной актрисой, как вот «Не думай про белых обезьян», ну, или там серьезные роли, или ты больше любишь такие сатирические роли. И вообще, расскажи вот про свою актерскую биографию и как вот у тебя это все здесь преломилось, на американской земле. Может быть, про твои какие-то планы. Давай мы узнаем тебя, а потом вернемся уже к России, к Украине. Просто, хорошо. Поняла. Мне кажется, это будет всем очень интересно просто с тобой познакомиться. А потом мы вернемся с тобой к глобальным проблемам. Хорошо, дорогой мой человек. Я просто подумала, что люди могут посмотреть
скажем, фильмы, и меня больше узнать или послушать. Фильмы надо смотреть. Фильмы да. надо смотреть. Ну, просто расскажи просто про свою, про свой вот этот путь. Ты сказал, что ты, ну, не испугалась, вот в это все нырнула, да? Ты решила, не испугалась, что ты своего Беркута, да, Беркута отца тоже не испугалась, который считал, что я не могу быть актрисой по одной простой причине. Я была очень стеснительная девочка. Я не была наглым ребенком. Я была в это не верю. Ну, то есть ты не наглая, но ты не стеснительная. Я сейчас верю, я, наверное, все-таки, ну, не стеснительная, да, потому что, ну, как бы я уже поняла, что это бессмысленно быть стеснительной, но дети, мне нравятся не наглые дети, я люблю стеснительных детей, вот дети должны все-таки, это так органично для детей быть, смущаться, понимаешь? Вот, для взрослых это уже как бы, ну, что у него там с мозгами не все в порядке, или там не все дома, но для детей это органично смущаться. Я немножко смущаюсь, особенно вот. Когда я разговариваю с известными людьми. Как, я это вижу, как, и очень даже... папа, я немножко смущаюсь. И это очень органично. Уши покраснели. И это выдает тебе очень благородного человека. Потому что человек, который смущается, он как бы не наглый. Вот, но, тем не менее, я... Вот это чувство, понимаешь, во что бы то ни стало, и я это знала. Бабушки меня вдохновляли, потому что бабушка, я хочу, чтобы ты была актрисой, потому что ты, ну, как все бабушки, они обожают своих отпрысков, но моя бабушка была, обе были уникальные, и ты их помнишь по фильму «Окно в Париж», они там играли в сцену в фонтане, моя бабушка, мамина мама там, она, кстати, в фонтане играла, торговала свечками, такая маленькая, благообразная старушечка. Да. Замечательная, и, которая, когда уже свет выключился, она решила на этом, там, так сказать, да, бабушка, помочь и заработать. Да, да, замечательно. Она не себя играла, точно могу сказать, потому что в жизни она была феноменально самоотверженный человек, отдала бы последнюю копейку бы отдала. Пожалуйста. О чем свеча, бабка? 50, 53 рубля. Ого, наживаешься так, говорит? Подорежешь. Да ладно, не дорого. Извините, пожалуйста, если дорого. Бабушка, а вот эти почем у вас? Ру 50, а это 50. А другая баба Галенька была очень известным театроведом в Петербурге. Она папина мама. Ага. И обе очень органичные актрисы. И обе хотели, чтобы я была актрисой. И мамочка меня поддерживала, моя уникальная моя муза и вдохновительница, и огромная поддержка. И до этого я занималась вокалом оперным, но потом я поняла, и голос у меня был, и был всегда. The stale cold smell of money. Half-break and grace. Hope that the night is over. And the light is gone. Touch me. It's so easy to leave. Но тут же, как и в актерском мастерстве, у меня была очень большая проблема. Когда я выходила на сцену, и я репетировала до этого со своими замечательными вокальными педагогами, у меня был замечательный голос, но выходила на сцену, и у меня была агорафобия, Юра. Я опять-таки, моя стеснительная детская, потому что я еще была таким полуребенком, и у меня... Угу. Я видела это количество людей, все. Я думаю, сейчас будут, блин, что, о чем? Они будут меня сейчас судить. И вот это ощущение того, что это толпа, зрители, не мои собеседники, которым я хочу что-то донести, а люди такие саркастичные, которые будут, так сказать, меня судить. Да, судить. Это очень неправильная установка. Очень. Психологически это просто очень вредная установка. И когда я начала заниматься аутотренингом, и я изменила свое отношение просто к зрителям, как таким же людям, как и я, все мы смертные, и, так сказать, все мы хотим взаимопонимания, я просто поняла, что сцена – это то лобное место, на которое ты выходишь, и это твое последнее слово. Боишься, не боишься, скорее всего, ты должен, как перед казнью, но вот выходишь и скажешь свое последнее слово, или споешь, а там дальше уже плевать. Может ли нас еще что-то спасти, если мы словами опять играем? Дашь ли ты мне свою руку, когда мы с тобой о смерти земли узнаем? 0-0-1-1, ничья, не придавай значения.
главное высказаться, а дальше уже будь как будет. И вот этот кураж сцены как такого лобного места, которое как катарсис ты должна прийти и сказать что-то очень то, что-то очень искреннее, то, что ты хочешь сказать, и не сфальшивить. Это меня очень сильно всегда подогревает, и тогда обратило меня на то, чтобы мне не думать про белых обезьян, то есть про те страхи, которые перед аудиторией я испытывала. Не думай про белых обезьян, которые потом вот воплотились в название фильма, гениального фильма Юрия Мамина. Мы должны будем с тобой отдельно поговорить, ты меня должна этому всему научить, потому что я на самом деле страшно боюсь сцены, и вот тут вот я хотя бы сижу тут вот в зале, но сзади они не двигаются, они все так, знаешь, как ненастоящие, видишь сзади меня какая публика, они такие... я на них не обращаю внимания. Они застыли от удивления просто. Да, да, но когда я перед настоящими зрителями, я, честно говоря, дико пугаюсь, и я играл в КВН здесь, в американской лиге КВН, это вот единственная моя, так сказать, встреча со сценой, и для меня это все было дико страшно на самом деле. Поэтому вот мне надо, конечно, у профессиональных актеров как-то у тебя, может быть, ноу-хау набраться. Обязательно, обязательно. Раскрепостим, все сделаем. Но дело не в этом. Да. Нет, я просто сама такая, Юра, я до сих пор очень волнуюсь перед выходом на сцену, очень, и меня трясет. Но потом как-то вот выхожу и, вопреки своему, наверное, все-таки естественному, свойственному моей натуре, какой я была рождена, страху перед сценой, я понимаю, что вперед, понимаешь ли, вперед из песни, что называется. Но страх есть всегда перед выходом на сцену. Я очень-очень волнуюсь. И опять-таки постоянно занимаюсь этим аутотренингом перед выходом на сцену. Сложно было вообще вот у отца своего сниматься? Нет какого-то конфликта? К тому времени, когда я начала у него сниматься, я уже работала, я уже ушла от первого своего педагога в театральном институте, который меня постоянно просто унижал, и как женщину, девушку молоденькую, и как актрису. Просто очень все просто, понимаешь, все же это психология. Он был вторым педагогом у Макарьева, божественного, великого Макарьева, педагогом моих родителей. Если ты смотрел «Операцию Трест», ты помнишь этого очаровательного аристократа Макарьев, ведущего. И это был педагог моих родителей. А Шведерский был вторым педагогом, очень циничный такой функционер. Ему бы, наверное, играть какого-то иезуита. Он, ты его знаешь по фильму «Окно в Париж», там он играл вот этого дирижера оркестра, который вот пошел на сделку с совестью, согласился для буржуа дирижировать без штанов классической музыки. Да, я помню. Nous enseignons un art sérieux. Мы исповедуем серьезное искусство. Notre association a presque 100 ans. Уже почти 100 лет. И у нас традиции, с которыми тебе придется считаться. Premièrement, il est interdit de fumer. Для начала брось курить. У них не курят. Deuxièmement, donnez-moi votre pantalon. И во-вторых, сними штаны. А? Штаны снимай. Зачем? Pourquoi? Je dois examiner vos jambes. А, ну понятно, снимай, в общем, штаны. Да ну ты ж... Снимай, козел. Да ну... Снимай, мудак. С работы вылетишь, он хочет посмотреть твои ноги. Ну что, тебе жалко ноги показать? Конечно, вот, поэтому сцена. Я от него сбежала. Да, он мне вменял в вину, он говорил, ты очень, очень эмоциональный. Он даже думал, что я наркоманка. Прикинь, он с меня потребовал справку из психдиспансера и наркодиспансера, потому что я читала сонет Шекспира, и ему показалось, что я на наркотиках, потому что излишне эмоциональная. Он говорит, ну, актеры и актрисы должны быть эмоциональны. А он говорил, нет, актер не... Во-первых, ему очень не понравилась роль моей мамы в фильме «Фонтан». Он сказал, не понравилось, слишком эмоционально. И он всегда говорил, актер должен быть интеллигентным. Вот он такой был актер, интеллигентный. Так что он интеллигентно себе играл и воспитал такой как бы интеллигентный очень курс. Они там все играют следователей, там работников ФСБ сейчас в Москве и так далее. Вот пусть они играют, но я от него сбежала к Томашевскому. И Томашевский, он революционер по жизни, очень человек нелегкий во характере и трудной судьбы. Прошу! В Зимнем саду для вас открыта замечательная фотовыставка «Любовь и лебеди». Кстати, там же работает салон для новобрачных, где вы можете приобрести современные контрацептивы. У него я получила профессию. Человек, который мне дал эту профессию, дал главную роль в спектакле «Санта-Крус». И до этого мой отец не верил в меня, как в настоящую актрису. Он подумал, что да, талантливая, ну, как многие. В общем, он пришел ко мне на спектакль с мамой и с Аркадием Тягаем.
И я играла Эльвиру в спектакле «Санта-Крус». Прочти пьесу Макса Фриша. Она замечательная. Она ранняя пьеса. Да, я не читал, признаю. Макса Фриша. Я обожаю эту вещь. Пришел папа, и он был потрясен, Тигай был потрясен, и они сказали, что все, ты актриса с большой буквы, и я буду тебе помогать. И я делаю на тебя ставку, потому что ты меня положила на лопатки, он сказал. Ну и после такого, я тебе скажу, это один из самых счастливых моментов моей жизни, который меня постоянно вдохновляет, когда я забываю о том, что надо пробиваться и работать тяжело в актерской стезе. И эту не профессию, а это призвание нельзя предавать. Ну вот скажи, у тебя вот, за что я тебя особенно уважаю, это у тебя такая вот очень ярко выраженная гражданская позиция. Причем, в принципе, принципиальный человек, я так почувствовал по многим вопросам, даже вот то, что касается животных, да, я так понимаю, что ты их очень любишь и защищаешь. Да. То есть ты чувствовала вот этот диссонанс с той средой, в которой ты работала, в которой ты жила. То есть когда у тебя появилась идея уехать в Америку, и насколько вот эта вот эмиграция, ну, если так можно выразиться, оправдала себя, потому что эмиграция – это тоже тяжелый хлеб. Знаешь, сколько книг написано, там, скажем, мне Набоков приходит в голову, но понятно, что там Бунин, да, все там Бродский, все писали про эмиграцию как о чем-то таком испытании, которое, конечно, дает какие-то новые творческие идеи, но, тем не менее, это очень все непросто. Вот как это все случилось? Как ты оказалась здесь с нами, вот, и с американцами, с Де Ниро, и с Клинтом Иствудом? Честно, Беркович мне... Если хочешь говорить на эту тему, я не хочу бередить тебя. Да, конечно, безусловно. Нет, это очень интересный вопрос, потому что для меня эмиграция – это счастье. Это счастье освобождения от страшного гнета могильных плит, которые нависали над моей семьей, как беспросветная жизнь, сначала советская, потом постсоветская. Да, были замечательные проекты «Русские страшилки» и «Не думай про белых обезьян», судьба которого чудовищна, потому что... Да, фильм кстати, был расскажи, что случилось с этим фильмом? Ну, во-первых, «Русские страшилки»... И где его можно посмотреть вообще? Я про обезьян говорю. Дождись уже, сейчас мы выпускаем его на Амазоне, я еще... А будет, да? Будет обязательно, я хочу еще с Netflix переговорить. Ну, у них там свои какие-то... Тратить время на переговор с менеджерами я не буду. Мы сейчас его выпустим на нашем сайте fontancinema.com. Это будет YouTube-канал, и ты там сможешь его посмотреть и поддержать нас, безусловно. Я всех призываю посмотреть. Я не знаю, каким-то образом я его видел в свое время. Я не знаю, наверное, это было не совсем... На пиратских каналах, да. Его разворовали. Его разворовали пираты. И... Судьба его трагична по многим статьям, потому что, во-первых, в одной из главных ролей там снимался Алексей Девоченко. Я еще раз настаиваю, что Алексей все-таки этнический украинец, хотя он, ну, как бы он русский актер, но он все-таки, вот фамилия Девоченко, это не хухры-мухры, человек очень упертый был, очень упрямый, методичный. Методично боролся с этой системой, методично боролся за свободу Украины. Сегодня райское местечко готово обслужить любого человечка. И что особенно приятно, но исключительно бесплатно. Какие люди! Здравствуйте! Привет. Мы не знакомы? Думаю, что нет. Я ситуацию немного не люблю, но знаешь, я тебя уже люблю. И рад, что расписался в этой пульке. И это главное. А прочее – сипульки. Ну, помнишь, брат, у Станислава Лема такая есть загадочная схема. Нырнешь словарь узнать про этих тварей, а там сипульки – смотрим, сипулькарий. Открылась сипулькарий – андульки! Тебя послали вспять. Смотри, сипульки! Вокруг одни сипульки. Ужас, фигли. А мы не удивляемся. Привыкли. Украинцы – это не русские, они люди очень свободолюбивые, они терпеть дерьмо не будут. Уже как бы вот лучшие украинцы, потому что я знаю, что многие украинцы воюют, этнические украинцы воюют на стороне путлеровцев. Но он был из тех благородных украинцев, которых большинство в самой Украине, на этом держится украинская нация, свободолюбивые, мощные люди, которые знают, чего они хотят. И никогда не потерпят... У них всегда Майдан.
И ради бога, дайте им этот Майдан, пусть кишит, пусть бурлит, пусть они не терпят своих этих олигархов, своих чиновников, пусть все время меняется президент Украины, дайте им жить так, как они хотят. Но тем не менее, мы возвращаемся к Девоченко. Он был нон-грата персоной на тот момент, и мой отец, который снимал этот фильм, был нон-грата, и Эрнст, который ненавидит папу, ну, с 90-х. Самый большой у него друг кто? Михалков, который борется с моим отцом всю жизнь, потому что отец получил золотой дюк, когда Михалков провалился. Он помнит, он очень злопамятный человек, он помнит триумф маминой в Одессе и его полная фиаско с его фильмом «Очи черные». Но тогда Мамин привез фильм «Фонтан», и этот фильм прогремел. И Фонтан, Жванецкий побежал, говорит, покажите мне этого гения, покажите Мамина, где? Ну, действительно, фильм-то гениальный. Абсолютно. И Михалков стоял такой у самолета, у трапа, и пил, напился тогда, не выносил конкуренции, не обладал всегда широтой души, чтобы порадоваться за коллег. Когда Меньшов получил Оскара за фильм «Москва слезам не верит», это же ушел в запой, как Меньшов о нем говорил. Вот, и он очень мстительный человек, который после того, как Горбачевская система пала, и пришли к власти такие же, как и он, торгаши, которым он, по сути, был всегда, только советская система каким-то образом еще его как-то сдерживала, как бы он старался, так сказать, быть... Это ты про Михалкова сейчас? Да, социалист. Но когда это все... Он снимал замечательные фильмы, замечательный талант, великий режиссер до падения советской системы. После падения стал обыкновенным паханом, торгашом, который растерял свой талант и не создал ничего значительного после, во время и после Горбачева, ничего. И «Очи черные» были началом его падения. Угу. Вот. Но потом он задумал вместе, когда уже была эпопея с фильмом «Окно в Париж», и Майкл Баркер приглашал его на «Оскар», он сделал все для того, чтобы не пустить отца, тут же сместил «Оскаровский комитет» в Москве с Лемом Климовым и назначил своего братца Андрона главой «Оскаровского комитета», а тот, в свою очередь, послал своего братца. То есть брат брата шлет. По сути, «Оскар», в принципе, это политическая такая контора, я бы сейчас сказала. Они знают, чего они хотят. У них есть некая политическая установка. Тогда была политическая установка поддержать Россию, поверить в то, что Россия демократическая страна. И они восприняли эту вампуку «Утомленный солнцем», где Михалков плакал глицериновыми слезами. И вообще, может быть, настоящим. Поплакать-то он любит. Какой бандит не любит поплакать? Они любят плакать горючими слезами. Поплакал, заставил поверить этих доверчивых американцев, они очень доверчивые, потому что он демократ. И фильм такой, знаешь, антисталинский. Хотя он сам голимый сталинист, у него папа голимый сталинист. Да, ну тогда такая... фильм меня затронул, на самом деле, в свое время. Я никогда меня не затронул, не поверила ни одному этот Меньшиков. Ну, вся эта московская тусовка, вся эта московская рать, ну никак меня не тронула. Ничего там не было от того страшного сталинского времени, о котором я читала. У Рыбаков, у того же Гроссмана. Да. Была какая-то голливудская такая зарисовка на тему сталинского времени. Вот, ну и Голливуд это понравилось на то время. А «Окно в Париж» должен был поехать тогда. Но Он на этом не успокоился. Да. И он начал преследовать отца и добился, что с легкой руки своих вассалов газеты «Сеанс», журналы «Сеанс», и еще там было какое-то... Они затеяли энциклопедию российского кино, где мой отец назвал уже официально Юрий Мамин, автор пошлых анекдотов с вариациями, а его героев нельзя ни полюбить, ни возненавидеть. Тем самым он нанес колоссальный вред. За это дело надо судить, но опять-таки времени нет, называется defamation. Да, какой гад. И там его шарашкина контора, Аркус Люба, это существо, которое ты помнишь по фильму «Фонтан», помнишь, очкастая такая. Вопрос режиссеру Сергею Борисовичу Крылову. Сергей Борисович, вот сейчас мы присутствовали при том, как вы назначили актерам лишнюю репетицию пятичасовую. Почему? Но ведь сегодня... Не лишнюю, у нас мы все время так работаем. Но ведь она не была запланирована, а сегодня у них спектакль вечером. Ну и что? А что артисты еще должны делать, кроме как репетировать? Это их основная работа, по-моему. И другого они вообще ничего не могут делать и не должны. И Эрнст, который... Ты спрашиваешь, за что Эрнст ненавидит отца? Ну, за то. Когда Юрий Саульский пришел на прием к Эрнсту, и Саульский сам об этом рассказал моему отцу, это был 95-й год, он пришел замолвить... А Эрнст уже руководитель Первого канала после убийства Листьева. И он ему говорит...
Константин, я пришел замолвить слово за старого интеллигента московского, который работал у вас на теле. И он взорвался, Эрнст, и сказал: интеллигент, не говорите слово интеллигент при мне. Я ненавижу слово интеллигенция. И вашего Лихачева я повесил бы на первом столбе. Какой ужас. То есть уже вот начался такой, вот такой реваншизм. Да нет, ну пришел к власти абсолютно мерзавец, как бизнесмен, не лишенный таланта. Ну, талантливый бизнесмен. Ну, да. Знает, как сколотить телевидение на телевидении огромные барыши и стать супер-олигархом, магнатом. И он, собственно говоря, сделал все для того, чтобы этот фильм «Не думай про белых обезьян» забанить. И сделал про него не думали. И иезуитски, да, нас мурыжили... Этот Гордон, не украинский Гордон, а вот этот Москаль. Да, да, да. Гордон Москаль, Москаль Гордон. Они так это... Говорят, вот мы, нам нравится фильм, вот мы покажем. А сами не показывают год, не показывают полтора. И у нас время идет. Нам же важно показать на большой аудитории для россиян, чтобы не было орок в Украине. Мы же показываем фильм для очеловечивания местного населения, не думаю про белых обезьян, чтобы они посмотрели и поняли, как жить вообще, что такое вечные ценности, что такое... приходящие ценности. Нет. И мы ждали-ждали, и в конце концов Гордон сказал, как тот зайчик развел руками, говорит, ну, не разрешили. А тогда я поняла, что всем руководит Аркус и Эрнст. Вот эти два таких монстра. И монстры-монстрица Первого канала. И, соответственно, петербургской ветви, потому что она... То есть они это специально сделали, чтобы никто фильм не увидел, его промурыжили как бы? Промурыжили, да, и сделали все очень планомерно, методично и по КГБ. А потом он еще кто, его пираты украли? То есть как он в результате оказался? Тем самым временем его просто разворовывали на пиратских дисках. У нас были знакомые в Главное управление по борьбе с бандитизмом. То есть это те ребята, не которые сейчас в Украине воюют, а те ребята, которые воевали с местными подонками московскими, с мафией, которые просто, ну, допустим, людей за квартиру убивают, в цемент закатывают. Вот такие дела они расследовали. То есть это настоящие сыщики. И они встретились со мной, с моим отцом, с моей мамой, говорят, ребят, Юрий Борисович, мы уважаем ваше творчество, ну, пожалуйста. Ну, вот мы вот это, вот вашим заявлением сейчас... Мы утремся и вот его просто так посмеясь выбросим в помойку, потому что поймите, пиратский заводик возглавляет друг Путина, какой-то там дяденька из Армении, опять-таки не говорю про весь армянский народ, ну какой-то армянин возглавляет. Никакого налета мы делать не будем, потому что как только сделаешь налет, у них сразу сработает сигнализация, и они все эти диски перемелят в центрифуге. Добраться до истины невозможно, это Москва. И на этом наше заявление, которое лежит, до сих пор мы храним эти документы замечательные о пиратской, о том, что пираты разворовали «Не думай про белых обезьян», все это история жизни в России. И я сказала себе, уезжаю из этой страны и увожу своих родителей в будущем. Ну а тут еще, и я приехала в Америку как певица и композитор, не как актриса, и мне была дадена виза «Extraordinary Ability» для людей с какими-то выдающимися талантами, как певице и композитору. Тогда я уже написала песню «Колыбельная для мужчины» памяти ребят субмарины «Курск», но я выразила свою тоску и свою страшную тревогу о судьбе лучших мужчин нашей планеты, которые становятся пушечным мясом и являются защитниками, борются с Мордором, будь то они ребят субмарины «Курск», невинные абсолютно моряки, но невинные, которых Путин утопил, будь то украинцы, которые защищают сейчас каждую пять украинской земли, будь то американцы, которые защищают Америку от Перл-Харбор. То есть любой мужчина, который выбирает жертву жизни для того, чтобы ну, как бы вот отстоять совесть и честь, для меня это священное понятие. Семь ветров тебе поют, семь дорог тебя зовут, а забудь об этом до утра. Ты покоя искать не смог, лишь форму устах тревог постиг на своем пути. Там, где кончается земля, там за краем всех широт наступает сон. Он тебя согреет в сердце моем, живет ответ. И это никак не оккупант. Это защитник, герой, воин. И
Это лучшие люди Земли, герои и воины, которые способны защитить твою Землю. И им была посвящена колыбельная для мужчины, на которой я потом нашла материал из Великой Отечественной войны, как ее привыкла с детства называть теперь Вторая мировая война. Но для таких людей, как наши дедушки, да, с собой, все-таки та война была защитной. Они защищали Отечество. Они защищали Отечество от фашистов, от нацистов, как украинцы сейчас защищают свое Отечество от русских фашистов. Это была такая же самая ситуация. И «Колыбельная для мужчины» была уже написана. Была написана «New York, New Life, New Love». Мой гимн Нью-Йорку. Это замечательная песня. Замечательная. Спасибо. Он Нью-Йорк! Он Нью-Йорк! Да. Точно. Окей. She wants to punch. One, two, three. On your life, love. И много чего было написано, я уже был издан мой диск в России «Колыбельный для мужчины». Я уже давала концерты какие-то, но мне было скучно, и мне хотелось делать что-то очень мощное, что-то большое, не просто быть певицей. И я, в общем, как бы решила приехать в Америку и делать вот какую-то жизнь, абсорбировать эту жизнь и писать, пробиваться как актриса, делать, может быть, режиссерские проекты, делать что-то очень великое в жизни. Я приехала по визе Extraordinary Ability, и потом убивают в Москве в 2014 году Лёшу Девоченко. Его убивают. Это не самоубийство. Планомерно человек бился, понимаешь ли, головой об сервант и истек кровью. Ну, как всегда в России, люди же, либо россияне из окна выбрасываются пачками, либо каким-то образом находят возможность покончить жизнь самоубийством, понимаешь? Вот, Навальный сам себя новичком отравил и так далее. И я понимаю, что следующий просто мой отец, потому что мой отец тогда выходил с мамой на демонстрации, протесты против Путина, в поддержку Навального. Для меня Навальный абсолютный герой и мученик, великомученик, человек, которого я безгранично почитаю и преклоняюсь перед его подвигом. Это героизм. Ну, есть надежда, кстати, так, на секундочку сделаем шаг обратно к политике. Есть надежда, что вот этот вот, когда мрак весь этот пойдет, что, может быть, Навальный, который на самом деле такой уже, в общем-то, у него, ну, чуть ли не святой статус после его геройского возвращения против его такой самоотверженной борьбы, есть ли надежда, что он на самом деле придет, и в России настанут какие-то совсем другие, другое что-то? Ну, всегда надо жить надеждой. У меня здесь даже американцы на это надеются. Но я считаю, что это невозможно, к сожалению, потому что путинская власть, она же не сосредоточена только в Путине. Им же сейчас есть чего терять. Они же наворовали сколько хватит на, я не знаю, сколько поколений вперед их дегенеративных отпрысков. Понимаешь, когда я смотрю на рожи олигархов и чиновников, вот тогда я вспоминаю Бунина, ну, естественно, этих орок из провинции. Я представляю, какое быдло нарожает это пьяное, кого нарожает это пьяное быдло через столетие. Сбылось проклятие Бунина в «Окаянных днях». Вот ты видишь эти рожи, и прежде всего рожу Путина. Но и его вассалов. Ты думаешь, вот Путин сейчас умрет от рака, и что, его дело умрет вместе с ним? Я не думаю. Я думаю, москаль останется москалем. Путинский ставленник, олигарх, чиновник, чиновник будет стремиться сохранить эту власть, чуть-чуть делать послабление, может быть, даже Навального выпустит из тюрьмы. Но я не думаю, что эта власть позволит Навальному восторжествовать и построить Россию, прекрасную Россию будущего. Но ну, уже власть, сама идея... Власть не позволит. Но не как позволит. Знаешь, говорят, в России долго запрягают, быстро едут. Мы уже, знаешь, наблюдали за последние 100 пример, лет дай, несколько дай мне пример, революций. Дай пример счастливой российской жизни. Дай мне пример. Хоть один за всю историю. Иван Грозный, псковичи, новгородцы попытались построить передовое демократическое общество. Вече.
там, я не знаю, совет старейшин, библиотеки были потрясающие и так далее. Пришел Иван Грозный, пахан, со своими погаными опричниками. Устроили бучу. Устроили бучу в Новгороде, устроили бучу там в Пскове, устроили бучу по всей России. Хоть один пример мне из истории дай, когда российский народ жил по-человечески. Когда его не унижали, не превращали в рабов. У тебя есть такой пример? У меня нет. Скажем так, может быть, благоденствия не было, но периодически такие вспышки надежды. Александр II, да, вот... У меня уже есть ответ Николай, на этот вопрос. У меня есть ответ. Перестройка. Перестройка, да. Да. Эти были эти моменты, да, хрущевская оттепель, да. Да, ты абсолютно прав. Когда русское общество, лучшие представители русской интеллигенции и русского вообще сообщества, как сограждан, получая такую возможность, Россия действительно поднимается и начинает культурно процветать. И такие моменты были, были. Но эти моменты очень короткие, потому что опять приходит власть подонков, и опять начинаются концлагеря, тюрьмы, и опять лучшие журналистские и писательские силы подавлены, и все мы оказываемся опять перед лицом ГУЛАГа. Так было всегда. Опричнина, монархия, когда крепостные крестьяне испытывают тяготы и пытки помещиков на себе. И мне не надо рассказывать эти сказки Михалкова о том, что крепостное право – это замечательный период в российской жизни, это страшные унизительные моменты жизни, когда многие, к сожалению, евреи не понимают моей боли. Они говорят, ну что там нам для русских крестьян? Ну лучшие из евреев понимают, что в принципе, что русские крепостные крестьяне, мои предки, что еврейские ребята из гетто, которые были загнаны за чертой оседлости, еврейским талантливым девушкам не разрешалось приезжать в Петербург и Москву и поступать в университет, невзирая на их талант, да, их заставляют работать проститутками. Опять возвращаемся к этой теме. Не по желтому билету они не могли въехать. Либо проститутка, либо не позволили. Да, да, но они обманывали систему. И ты говоришь, Дума, чем занималась Дума в эти годы? Они обсуждали еврейский вопрос. Почему еврейские девушки приезжают в Петербург и Москву, и вместо того, чтобы работать проститутками по желтому билету, они, понимаешь ли, обманывают систему и поступают в университеты и в консерваторию. И этим занимались... Еврейский вопрос – это отдельный вопрос. Но мы его поднимем, потому что это тоже вопрос нашей жизни. У меня папа наполовину еврей, и он снял фильм «Бакенбарды». Это как еврейский вопрос. Он, фильм замечательный. Я его недавно пересматривал, как гениальный, раз перед интервью. Абсолютно, абсолютно такой набат, который никогда не устареет. И под трампизмом это все. А где там еврейский вопрос, я правда не уловил. Как Пушкин говорил, во всем будь пращеру подобен, как он неутомим и тверд. Запомните, без памяти, благодарной памяти о прошлом нет русского человека. Виктор, вот ты все время говоришь русские... Кого это не устраивает? Меня. Это почему? Да потому что у нас здесь не все русские. Он имеет в виду меня. Я ж Фанштейн. Так. Ничего себе. Не успели организоваться. И уже национальный распри. Молодцы, молодцы. Быстро, быстро. А ну, Зимин, что у тебя было по русскому языку? А я помню. Фанштейн? 5. Я не сомневался. Перечисли мне особ династии Романовых. Че? Через плечо. Файнштейн? Ну, Михаил Романов, Петр I, Екатерина II, Александр I, Павел I. Ну, этих я все знаю, но... Иван Грозный, Борис Годунов. Борис Годунов был князь, дура. Александр Невский князь, не надо мне тут это. Невский? Князь, князь, да-да. Юрий Долгорукий. Минин Пожарский. Минин Пожарский. Иван Сусанин. Молчать! Недоросли! Патриоты! Любишь Пушкина? Да. Вот! Человек любит Пушкина! Ходит по русской земле! Говорит, думает и чувствует по-русски! Стало быть, кто он? Кто? Ну, Валь, ну? Русский? Вот! Правильно, Валя! Русский! А то, что он Файнштейн, это не вина его, а беда. Так что будь с нами, Семен Файнштейн. Отращивай бакенбарды, владей тростью, читай Пушкина и люби Россию. Yeah.
и... Приезжали в избу дети, короля зовут отца. Дядя, дядя, наши сети притащили мертвеца. Вы, щенки, домой ступайте, будет вам покалачу. Но смотрите, не болтайте, а не то покалачу. Но еврейский вопрос был изначально. Папа спустился в метро в 89-м году. А тогда было общество... Ты когда уехал? Общество память помнишь? В 91-м. Ну, как? А ты помнишь общество память? Ну, конечно. Ну, антисемитизм. Погром в ЦДЛ. И что-то. Да, все, да, все, и в Питере были погромы. Да? Погромы у нас, помню, у приятеля, да, убили замечательного, красивого сына, молодого еврейского мальчика. Он, по-моему, тоже снимался в фильме «Бакенбарды». Да, он снимался там. Я помню, вот. Это «Общество память» был такой дамоклов меч. Я помню, мы как раз были готовы, вот уже собирались уезжать, и это был такой какой-то вот... Я тебе скажу, как сказал... Такой спектр висел вот над обществом. Да, и как сказал, наш приятель из Миннеаполиса, он принял решение увезти всю свою семью, посмотрев «Бакенбарды». Он сказал, все, жопа в России. Мы увозим. Он увез всю свою семью сюда, в Миннеаполис, и здесь вырастил своего сына. Так впечатлили его «Бакенбарды», но... Когда папа спустился в метро, он увидел список, просто список лиц еврейской национальности. Списки были расклеены везде. И время погрома. Вы должны быть тогда-то, тогда-то. На квартире у того-то. Профессор, музыкант, учитель. Т-т-т. И дальше список всех питерских интеллигентов. Ну, отец пришел в ярость. Он, ну, а как может творческий человек бороться тогда, там сказать? Он прибежал сразу к своему другу, сценаристу. Они создали замечательный сценарий «Бакенбарды». Фашисты, пушкинисты. Увидите, поцы. Эти козлы еще дадут всем просраться. Вспомните вы, Херца. Рассказа самых честных правил. Не в шутку за ним мог. Луну отражать себя заставил. И лучше придумать не мог. Давай, меч идет за нас. Звезда, предитель нового счастья. Россия, прячет от сна. И нас, обломка слава Васька, напишут наши видена. Как бы это было, да, навеяно... Это же про фашизм фильм, конечно. Это фильм, это сегодня фильм, очень актуальный это, фильм. Это фильм про сегодняшнюю Россию, которую, да, ты помнишь, абсолютно, как там их агитировали? Про сегодняшнюю абсолютно Россию и, в общем, про Америку Трампа. Я вспоминала Бакенбарды очень часто, когда я видела этот идиотизм, мракобесие галимое, когда... Может быть, надо сделать «Бакенбарды 2», кстати, вот про сегодняшний день. Американские «Бакенбарды». Да нет, некогда заниматься, столько проектов лежит, которые надо воплощать. И можно надо назвать уже... его не «Бакенбарды», а можно назвать его, знаешь, это «Hairdo», знаешь, как у Трампа такая вот... Я думала об этом. Я думала, нашлепка. Да, я думала, что такой проект сейчас созданный где-нибудь, да, на тему Шарлоттсвилла был бы архипопулярным. Да. В Америке я просто, да, но у нас просто еще есть какие-то мощнейшие проекты, которые надо вдохновенно воплотить. Вот. Ну и, собственно, возвращаясь к обезьянам, фильм забанен, русские страшилки, отодвинутые, все уже русский язык забываю, отодвинутые на 11:00, хотя это детский сериал, но это сатира на российскую действительность. Ты же смотрел «Путешествие в зону», да? Ну, их показывают, в принципе, да? Их показывают, но тогда, в начале 2000-х, когда они впервые вышли, их как-то очень аккуратно СТС задвинуло с Роднянским на 12. И когда я встретила детишек в Индии, которые пели песни про цветной снег со мной, мы знаем тебя, ты снималась в «Русской страшилке», и они пели там песню про цветной снег. Они говорят... Очень красивая песня, кстати. Спасибо. Возможно, и вы размышляли об этом, не лучше ли снег обладающий цветом? Или лиловый, или бордовый, или зеленый, или же беж. Какой бы нарядной была бы зима бы, и были бы не белые снежные бабы, или лиловые, или бордовые, или зеленые, или же беж. И их родители жаловались, говорят, слушай, Катерина, мы
должны... Мы, представляешь, мы детей своих уговаривали, были скандалы. Не хотели ложиться спать, ждали до 12.30 посмотреть русские страшилки. Но их задвинули на 12, на после полуночи. Почему? Угу. Сатира. Не надо нам сатиры, как говорит в фильме «Герои, не думай про белых обезьян» Горилыч. Ну и, соответственно, да, судьба обезьян типично российская, но мы выпустили творческий продукт, есть, и он наберет еще свои. Слушай, можно я тебе задам вопрос, который меня мучил, когда я смотрел этот фильм? Наверное, тебе этот вопрос часто задают, и твоему папе. Почему в стихах? Это была идея отца создать... Весь фильм в стихах, для тех, кто не видел. Был замечательный сценарий Вардунаса и папы, «Мансарда и подвал», «Лицо халдея». И тут отца осенило это создать прям историю... по Фрейду «Мансарда и подвал», да? «Мансарда и подвал», да. И тут отца осенило создать историю бармена, который хочет стать Абрамовичем, в таких шекспировских стихах. И эту идею поддержала я очень сильно, и вот его сподвижник, поэт Вячеслав Лейкин, написал совершенно блистательные стихи, которые стали основой... Стихи, на самом деле, очень хорошие. Вот я сейчас, я признаюсь, я перед нашим с тобой интервью, я пересматривал, наверное, не самую лицензионную копию, я каюсь. Ничего, приношу тебе извинения. Меркович, тебя простите на все. Да, спасибо. Вот, и я обратил внимание на качество стихов, на самом деле. Знаешь, то, что я не мог оценить, наверное, тогда, в 96-м, когда я это смотрел, когда он вышел, в 97-м, я забыл, какой это был год, когда вы его сделали. Ну, он не вышел, но когда вот его своровали. Подожди, это было 2009. Ой, извини, 2009. Я уже тоже иногда вспоминаю, для меня что 90-е, что 2000-е. Да, 2009-е, извини. Вот, и на самом деле очень хорошее качество стихов. Ну, я тебе честно скажу, что меня сам факт, что в стихах, немножко отвлекает от происходящего, потому что я начинаю, может быть, это мозг у меня такой, я начинаю вслушиваться стихи, обращать внимание на рифмы какие-то, на находки, там очень много, как бы, вот это вот, как это, прямая речь такая, причем от определенных героев, она такая, ты таких, знаешь, грубых героев, и она в стихах замечательно переложена, но все-таки меня это немножко отвлекало, вот я поэтому хотел тебя спросить, как вот это вот такая, в общем-то, необычная абсолютно вещь, да, и ничего в голову не приходит, кроме как этот рязановский фильм, как он там назывался, где они там все в стихах, или какие-нибудь «Шербургские зонтики», да, то есть, «Шербургские зонтики», вот, да. Да, да, по стилю, вот, в принципе, больше ничего в голову не приходит, да, вот это вот очень, очень необычная находка. Да, но это рождает такую пронзительность, и как бы вот пронзительность персонажей, когда вот эта история такого торгаша, бармена, который сталкивается с чудиками, с маргиналами в этого общества, которые верят в какие-то ценности абсолютные, и он встречает, для него эта встреча приносит такой удивительный катарсис, и он потом предает своих друзей и не может жить без них, понимает, что жизнь его лишена всякого смысла. Мы как бы вот, отец сделал такую монолитную историю, и как бы, как в камею, как, знаешь, вот, как икона существует Мандорми, да, Христос Мандорми, он сделал такой как бы вот, такой закругленный сферу яйцо, в которое вмонтировало эту историю, эти шекспировские стихи, которые вот как бы сделаны такую печать в вечности из этой истории бармена, который похож на Абрамовича. И мне очень нравится там твоя героиня, я должен сказать. Спасибо. Я прекрасно, так сказать, понимаю главного героя фильма, который, так сказать, которого ты пленила там своей, я не знаю, богемностью. Не говори, каким местом. Значит, слушай, Юра, да, спасибо огромное просто. Я хочу тебе сказать, да, эта роль мне очень дорога, потому что, в общем, она это я, и с гордостью могу сказать, как мама воплотила в своем монологе саму себя, так я в Даше воплотила тоже саму себя, как и отчасти в Машеньке, потому что во мне есть такая доля наивного идиотизма, что называется, который есть в Машеньке. Да, я доверчивая, и я как бы за правду. Ну, сейчас я больше Даши, скорее всего, и... Где Гена? Ой, здесь, отдыхай! Нажрались и рады! Ему же нельзя, он же может не выдержать, гад! Ну что, насосался опять за былые повадки? Ты всех нас подставил! Дашуня, все будет в порядке! Кретин, за болтыга опять захотелось в психушку! Родная твень!
Поднеси ему лучше чекушку. Водяра налей. Отвали, обойдемся без пугал. Засохни, соплюшка, пока не поставили в угол. Заткнись, и вы все тут заткнитесь, поганые рыла. Чего? Ничего, ваша котла больного споила. И ведь сколько держался, и снова завис на кошмаре. Ну, выгони их, пропадите вы пропадом, тварь. Когда делала роль, я думала, наверное, о девушках из нонконформистках, которые голые там выходят на площадке, протестуют. То есть это не про мое там голое тело и маленькую грудь, как мне еще меняют. У нее маленькая грудь. Почему она снимается голая? Значит, уровень, значит, дискуссии русских людей там исправить. Я не смотрел на твою грудь, я сразу признаюсь. Я смотрел на... На фабулу. Но дело не в этом, просто уровень дискуссии вообще о фильме. Катя, ну расскажи про твои американские годы, про твои, может быть, как ты эту всю эмиграцию восприняла, как ты здесь себя чувствуешь, какие у тебя проекты. И потом я хотел с тобой поговорить про вернуться в сегодняшний день, потому что у тебя один из проектов, связанный с войной, с поддержкой Украины. Да, и иммиграция для меня, еще раз повторю, это побег, Юра, и иного слова я не скажу, потому что я приняла решение после убийства Девоченко подать на политическое убежище, потому что я поняла, что я никогда не вернусь в эту страну, не хочу, у меня нет ничего, что могла бы я назвать чувством родины, потому что на тот момент природа российская, которая и составляла мою любовь к России, я как Лермонтов могу сказать, но я люблю, за что не знаю сам, ее степей, холодное молчание, ее лесов, безбрежных колыханий, разливы рек ее подобные морям. Это все мне очень дорого, но этого уже нет, это олигархня и паханы, это все у них. И российские чиновники уничтожили и природу, лесов уже нет, Сибирь вырезана, отдана Китаю, реки отравлены русалом, блаватником и так далее. Отравленная вода рек идет в мировые океаны. Природа России загублена, а без природы России нет. Без природы России нет. Поэтому у меня никаких чувств к России не осталось, кроме страшной утраты, горечи и сожаления. У тебя нет когнитивного диссонанса от того, что все-таки мы с тобой... Ну, я не хочу себя сравнивать никак с тобой, разумеется, но все равно мы выросли в этой культуре, да, все-таки, да, там много хорошего есть в этой культуре, и в дореволюционной, и даже в советской культуре было много хорошего и интересного, да, и все-таки мы в этом выросли, как-то, ну, очень трагично и грустно все это как-то так выкидывать вместе с тем, что как бы вот так вот, знаешь, говорить, все плохо, все ужасно, ничего никогда не будет, и не хотим этого касаться. Говорим, нет, Юрочка, говорим, мы же говорим о жизни как таковой, мы не говорим о проявлениях таланта отдельных личностей, которые являются для нас с тобой какими-то путеводными, как бы вдохновительными огоньками. Например, там, я люблю Смоктуновского, он фронтовик, он жил в советское время. Смоктуновский и Евгений Ленин для меня это вот, и Станиславский, для меня это тот треугольник, на котором я строю свое представление об актерском мастерстве. По этим же людям, как и по Рахманинову, как и по, я не знаю, там, Шостаковичу, ну, нельзя же по ним судить о системе, как бы строить на факте их рождения в этой стране, нельзя же строить свое собственное счастье. Мы же хотим говорить о счастье. А что такое счастье? Это человеческое достоинство, право на свободу и на свободу слова. Я хочу жить, я женщина, и ты мужчина. Мы хотим быть счастливыми, мы хотим, чтобы у нас было право на человеческое достоинство, чтобы нас не унижали. И я не хочу проходить путь, унизительный путь, который прошли все те великие и талантливые люди, которые остались в этой стране. И я не хочу такого пути для моих родителей, поэтому, и опять-таки, я была очень счастлива, что я уехала. И испытываю колоссальное сострадание и сочувствие к тем, кто, как мы, не поддерживает эту систему путинизма, ненавидит эту систему, хочет ее изменить, но вынуждены жить в этой системе, потому что у них нет возможности, потому что ты знаешь, что российские системы банковские, они сейчас не выпускают людей, обрекают людей, облагают людей оброками, да, как раньше феодалы. Честно говоря, не знал об этом, но вот твой папа мне рассказал в интервью, феодалы, что там настолько все плохо. Феодальная система оброков тебе не дадут выехать из страны, на тебя повесят банковский долг, и сиди, не рыпайся. Это очень страшно. Ужас какой. Вот. Ну, и как бы вот так сложилось, это мне придало ответственности. Я сначала хотела отгородиться от этого русского мира, он был мне ненавистен, как всегда. Вообще мне грустно наблюдать, как вот, знаешь, сейчас вот этот режим страшный, и при этом левые оппозиционеры, они все между собой тоже перессорились, кто-то предал, кто-то не предал, кто-то идут постоянные споры. Вот мне кажется, вот это вот подход такой «разделяй и властвуй», вот это вот эта ФСБшная вся
Хартии, они все это используют против еще оппозиционеров, пытаются их разделить, рассорить. Я не могла никак отгородиться от этого шлейфа страшной российской мафии, которая как раковая опухоль проникла во все сферы европейской и американской жизни. Я создала проект «Karma – Coalition to Abolish Russian Mafia Alliances», и таким образом я хотела, чтобы у меня было время говорить об этом, потому что я знаю эту систему изнутри как кинематографист, я знаю, как эта мафия действует на всех уровнях. ФСБ, кинематографисты, я приведу в пример то, как Михалков ломает челюсть моего приятеля Димы Бахура. Ты знаешь эту историю, Михалков... Мальчик молодой. Ногой там заехал. А, у меня есть эти кадры, я получила эти кадры от московских журналистов, они мне лично эти кадры передали. Я должна об этом говорить, потому что мир об этом не знает. Мир не знает, какие бандиты стоят у руля российской кинематографии. Планомерно приближая этот Мордор. И это не только на Путине, это на всех них. Кровь украинских женщин, украинских детей. Скажи про свой проект заодно. Вот. Я просто хочу сказать, что для меня эмиграция была прежде всего исследовать то, чем живут американские люди, и через проникновение в суть американской жизни, что является болью американцев, чем они живут, над чем они смеются, изучением американской культуры, я хотела жить, я хотела прорасти корнями. И могу сказать, что мне это удалось, потому что вот я старалась общаться только с американцами, я прыгнула, наверное, в их болевую ситуацию с ковидом, когда я понимала, что как актриса и как певица, наверное, я представляю какой-то совершенно балласт на теле американского общества, когда начался ковид, и мои нью-йоркерсы начали штабелями умирать, я приняла решение стать the nurse, the travel nurse и медсестрой, и помогать людям в госпиталях, в реабилитационных центрах, и это было в период ковида. И таким образом я хотела выполнить свой как бы гражданский долг перед американцами. Я им помогла и помогаю, до сих пор работаю в реабилитационном центре. То есть мой гражданский долг... Спасибо. Я просто, ну как, я выполняю свой гражданский долг. Мы не можем паразитировать на этой системе и не давать что-то этой системе. Как? Иначе мы паразиты. Вот. Но я постоянно думала о том, как возвратиться в профессию, как вернуться. Я хотела работать с американскими режиссерами, потому что я видела здесь огромное количество замечательных спектаклей офф-Бродвей или Бродвей. И я хотела работать с определенными режиссерами. Я начала работать с Терри Никербокером, педагогом Сэма Роквелла, замечательного актера, которого ты знаешь, по трем билбордам, замечательный английский актер. Ну и я поняла, что система Майзнера, Майзнер техник, для меня очень формалистская система. Это формалистский подход к моей метафизической актерской профессии. И я сказала: Терри, не могу. Он говорит: ты пожалеешь, ты должна остаться у меня. Я говорю: не могу, в следующий раз. И я от него сбежала к другому Терри, Шрайберу, который является педагогом Эдварда Нортона. И вот с Терри мы начали репетировать «Орфей спускается в ад», я сделала замечательный монолог «Леди», то, что Анна Маняни делала с Марлоном Брандо. И мы уже планировали делать, как бы, работать дальше над спектаклем. Но тут ковид. И Терри, который ненавидит онлайн вот это вот преподавание, вообще он в гробу видел это все, вот эту вампуку, когда актеры учатся онлайн, ты понимаешь? И он сказал: нет, я не могу, и чего-то он как-то вот до сих пор он не может. Вот до сих пор я его жду, он все еще не возвращается в свою Терри Шрайбер-студию, но я его жду и жду его возвращения. Как человек, который видит человеческие истории, который уже начал писать, вышла книга моих стихов в 2010 году в «Меценаты мира» в Москве, и там вышло начало моего романа «Убить олигарха». Сага о сибирском рокере вышло начало. Если вы родились в Питере или в Москве, вы ничего не знаете об этом мире. Этот мир вывернут шкурой и потрохами наружу, как оскверненный зверь на бескрайних просторах необъятной Сибири. Если вы родились в Питере или в Москве, то единственное убогое, что вы видите, это нищих старух за скорузлыми протянутыми ладошками в переходах метро или подземелья шоссейных дорог, по которым сверху проезжают мажоры на мерседесах, или беспризорных детей с неясными глазами, скулящих в милостыню, словно брошенные щенки, или бездомных собак, бегущих куда глаза глядят, готовых встретить смерть под колесами или на пустыре. Жил-был рокер сибирский по имени Макс с задушевной фамилией Бушин. В том краю, где лес на корню вырублен, и человек задушен, он играл приблизительно так.
И хоть рокеры в России как грязи, и в каждой деревне, где сгнили ржавые мертвые трактора, вы встретите по несколько гитаристов сразу, играющих из Битлз парапапарарара. И хоть рокеров в России как грязи, и есть распальцованные столичные профессора игры на гитаре, чьи помятые сытые лица освещают прожектора, гитара сибирского рокера Макса имела такое особое звучание, так выпивали его струны каждый раз, как последнее сочание, что ему хоть сейчас подавай коня, да его в рок-князи. Быть может, так стенала скрипка Паганини, и рыдали клавиши под пальцами глухого Бетховена. Но люди вспоминают, что гитара его таила такой надрыв и такие переливы тонкой сдержанной боли, что дух захватывало и хотелось обнять врага. А когда он начинал петь свои песни на англосаксонском, его голос звучал не громко, но протяжно красиво, как крик одинокого волка, если б тот мог забывать баллады и выговаривать английские слова, подняв морду к звездам, распластывая души поверх мягких елей, утопив свои лапы в снега. А вокруг тайга, и бандитское жлобье накручивает нули из чьих-то поруганных и прерванных жизней. И я всеми силами хочу этот роман докончить, а мне некогда. Когда я думаю о том, что у меня накопилось столько уникальных человеческих историй, которые новелл, каких-то коротких эссе из жизни американцев или иммигрантов, я думаю, что Довлатов от зависти вертится в могиле. Ему бы такие истории человеческие, он бы развернулся. Но Довлатов был писателем, а не актером и режиссером. И я хочу сейчас прыгнуть в режиссерскую профессию и соединить свою актерскую способность и писательство в потребности делать проекты и рассказывать истории через киноистории. И это очень важно для меня. Для меня мой гражданский долг помочь Украине, потому что моя крестная в Украине, все мое детство прошло в Украине. Там мы с бабушками постоянно ездили в Житомир, все мое счастливейшее детство до Чернобыля прошло на реке Тетерев, и моя крестная, благослови ее Бог, она из Винницы, и я была крещена не в Русской православной церкви, а в Украинской церкви, парадокс. И она тоже была медсестрой, то есть какая-то мистическая связь. Я делаю проект про добровольческую украинскую армию, и одно из ответвлений этой армии, 5-й батальон, 2-я рота, это великие герои Украины. Есть люди, которые, как американцы, не давали возможности англичанам осесть здесь. Они делали жизнь оккупантов невозможной. И фактически их война против английских оккупантов, а англичане вернулись на американскую землю еще в 1812 году и спалили Вашингтон, пришли из Канады второй раз. Американцы, такие как вот герои Украины сейчас, добровольцы-американцы, они сделали жизнь оккупантов невозможной. Но вот сейчас есть Бондаренко, который является просто героем. Не диванным блогером, как это американцы говорят, не chair arms блогером, да, а настоящим воином, героем, учит добровольцев воевать. Но при этом он говорит, что приходит ко мне девочка, приходит и говорит, я не девочка, я боец, я готова воевать. Потому что у меня погибли близкие. Я готова отвоевывать каждый клочок земли Украины. Надо помогать конкретным людям. И я решила помогать конкретным украинским добровольцам. Первый день войны я не могла ничего делать. Я постоянно на работе ревела, меня успокаивали мои коллеги. Но потом я увидела циничный репортаж сволочи Маргариты Симонян и всех ее сволочей, этих мордоровцев, когда они говорили, показывали Бучу и говорили о том, что это постановочные кадры, что этот человек... Такой цинизм омерзительный. Человек на самом деле, он, ты посмотри, вы посмотрите, они все разложены аккуратно, они, а вон тот встанет. Актеры. Он встает, и вот вы видите, он встает. Украинская команда журналистов разоблачила, говорит, как встает, это же просто вода, которая стекает по стеклу, как по зеркалу заднего видения, и вы видите, что рука не шевелились. И я тогда... Я стараюсь это вообще не смотреть, их эту пропаганду уже. Я создала тогда стих, который я хочу тебе сейчас... Да, прочитай, пожалуйста. Да. «Мама, мама, смотри, человек лежал на дороге, ты проехала мимо, и он шевельнулся и встал, он пошел, посмотри. Нет, сынок, отвернись. Это струй дождя, преломление на стекле, что рождает тот самый эффект, будто мертвое тело живет. Сколько их здесь лежит? Под седым украинским небом, искореженной плоти тех душ дорогих, кто бесплотным вдруг стал ветерком. Если б все было так, если б дождь с небес, преломляясь на окне, оживлял бы всех наших родных, и они бы бежали нам вслед, сын, нам было бы кого обнимать, смеясь и рыдая. Мы остались вдвоем, ты на цель юный взор, нет ли там вдалеке буквы Z? Запах крови и трав, колыбель из мокрых игрушек, устилает асфальт на украинских трассах под ропот небесной воды. Будь ты проклят, палач, мы все ждем тебя здесь с вопросом. Ты боишься так смерти, поскольку ты знаешь, ответить тебе мудрено. Нет загадки сложней, чем детей, убитых шарада.
Ошибешься с ответом, и гетман поднимет всю тяжесть своих скорбных век. Слава Украине! Прекрасно, прекрасно. Слава Украине, замечательно. И я призываю всех, можно как-то поучаствовать, да, в твоем проекте, как можно поддержать через тебя, как можно тебя поддержать нашим зрителям. Спасибо, ребята, приглашаю всех на www.fifthbattalion.com. Мы только сорганизовались, ваша помощь неоценима, потому что ребятам постоянно требуется поддержка до конца этой войны, сейчас будет очень жаркое время. Поддержите нас, поддержите своей донорской помощью и шлите нам вашу поддержку, она будет неоценима. Но ты понимаешь, я хотела напоследок с тобой поднять очень важную тему, тему пропаганды, о которой я говорила. Когда я думала о том, что молодые мальчики, которые убивают сейчас, просто фактически стали садистами и мародерами в Украине. Ну, люди же такими фактически не рождаются. Ты понимаешь, что дети в основном все рождаются, ну, относительно невинными. Ну, кто-то рождается, конечно, со страшной дьявольской душой, кто-то рождается уже откровенным монстром. Такие примеры бывают. Но в основном дети монстрами не рождаются. Их делает среда и образование, и родители, конечно же, и атмосфера в стране. Да, да. Когда я думаю, что вот эти мальчики из провинции или из Петербурга, или из Москвы, неважно, это москали говорят, провинции, там они там необразованные там орки, а мы типа элита, там Собчак какая-нибудь, КГБшная крыса, она элита, понимаешь ли. Я все-таки из Москвы, поэтому я дергаюсь, когда ты говоришь москали. Я из Питера. Я понимаю, что ты, да. Путин тоже из Питера, я тоже дергаюсь. Путин из Питера, я дергаюсь. Понимаешь, КГБшное питерское крыло самое жестокое. Я тоже дергаюсь. Эти подонки, они тоже из Петербурга, из города Пушкина, Лермонтова и так далее. Они тоже из Петербурга. Ну, а ты из Москвы. Но Лихачев, по-моему, тоже был рожден в Москве, если я не ошибаюсь. Он тоже я в Москве. Я понимаю, что это не о нас, не Москва, о москвичах, Москва, а ты именно Москаль, это нет, Москаль – это не москвич. Да. Ты москвич. Кстати говоря, очень много москалей, они не из Москвы. Они просто наглые люди, собравшиеся в Москве, для того, чтобы сделать наглый бизнес и унизить просто других людей. Так вот, те мальчики, которые воспитались так, они что, по-твоему, я задам тебе этот вопрос, они что, по-твоему, слушали пропаганду этого пожилого пупсика Соловьева? Ну, вот этого совершенно дегенерата. Ну, нет же, они не могут слушать. Во-первых, они не смотрят телевизор, Первый канал, наверное, смотрели только ток-шоу, какие-то там дебильные каналы, там российский канал, и Первый канал, наверное, они смотрели только ток-шоу или какие-то развлекаловки. Но я не думаю, что они смотрели вот Соловьева. На чем они основали свою жестокость? И ответ очень прост. Юра, иди в интернет, набери YouTube и набери одну группу, которая является для меня ярчайшим представителем русского говнорока. Там очень какая-то идеологическая идет целенаправленная пропаганда под очень жесткий бит в стиле «Рамштайн». И вот группа «Алис» – это одни из представителей такого говнорока. И если ты послушаешь их песню «Небо славян» и ты прочтешь эту лирику, то ты поразишься, что каждая строчка несет в себе некий закодированный призыв к насилию. Напоследок я просто тебе прочту, если ты позволишь, кусочки из этого говнорока. Я, кстати, хочу сказать для зрителей, которые просто удивлены нашим, так сказать, маневром нашего разговора, что мы оказались, говорим про рок. На самом деле Катерина пишет рок-музыку, да, пишет песни, да. Рок-песни. Да. Так что ты вполне разбираешься в этой тематике. И роман «Убить олигарха» посвящается рокерам, посвящается лучшим рокерам. Посвящается памяти одного из лучших российских рокеров Макса Бушина, которого никто практически не знает. Это был совершенно гениальный музыкант. И группа «Sunrise», которой посвящена моя вот поэма из начала романа «Убить олигарха. Сага о сибирском рокере». Это был лучший представитель российских рокеров. Подлинный музыкант с большой буквы, очень скромный человек. И был день, был полный стадион, было сладкое предвкушение свободы. И Макс Бушин обратился к народу, слегка заикаясь от скромности. Он вообще был какой-то совсем нетипичный рокер. Слово «драйв» для него означало не прущее нечто, а то, что зовется сердечным посылом к сердцам сотен тысяч людей, для которых магическим братством явился трилистник из слов «рок-н-ролл». И Макс заиграл с друзьями свою балладу о смерти. И народ взревел в единении, и кто-то, кто был в этот миг в толпе, запомнил на всю свою жизнь тот последний первый из взлетов группы с рассветным и влажным языческим именем Sunrise на разогреве у группы с жарким библейским именем Назарет. Алиса, да. «Небо славян». Это песня, которая крутится в эфире везде, на федеральных каналах везде, уже 20 лет. На ней было выращено поколение орок. Называется «Небо славян». Звездопад, да рокот зорниц, грозит лают коней, но над землей тихо льется покой монастырей.
обязательно нужно привлечь, так сказать, РПЦ в помощники и завязаться на РПЦ. И дальше начинается галимый расизм и фашизм. Нас точат семя Орды. Это кого точат семя Орды? Вот этих провинциальных мальчишек? Кто им жить не дает? Там, я не знаю, татары, западные, так сказать, представители западного мира. Нас гнет ярмо бусурман. Но в наших венах кипит небо славян. Кипит, понимаешь ли. И от Чудских берегов до Ледяной Колымы обязательно надо вспомнить уголовников, конечно, Колыма, без нее никак не обойтись. Да, да, да. Для меня Колыма – это ГУЛАГ, для Кинчева – это что-то святое, да. Понимаешь ли, какие-то зяжсбоги. Вся эта наша земля, все это мы, орки. Начинается самое главное – политика. Внимание, за бугром куют топоры, Юра. Буйные головы сечь, понимаешь, укры собираются, русичи мочить, понимаешь. Но и народцам кольчуга звенит русская речь. Матерная, конечно же, и от перелеска до звезд высится белая рать. Тут он намешал, бог знает что, и Рериха намешал, и идею какого-то мирового... Я даже не уверен, что мы должны уделять ему время, знаешь. Да, но дело не в этом. Да. Этой галиматью он написал. Я бы просто попросила уделить, потому что на нем, Юра, зиждется все там то самое поганое, чем российские ребята сейчас апеллируют, когда они входят в Украину. Mm-hmm. И идут под этим лозунгом убивать украинское население. Это очень помогает понять психологию толпы, понимаешь? Вот этих людей, которые стали ублюдками, кто их сделал такими ублюдками? Ведь дело в том, что рок-культура очень влияет на пропаганду, на как бы на созидание, понимаешь? Ну, американская рок-культура и английская рок-культура, она же другая. Здесь люди не будут петь такую галиматью. Их просто над ними посмеются и скажут, что это слабо и несерьезно. Ну, это интересная мысль. Я, правда, не уверен, что вот эти, вот, знаешь, это молодежь где-то там в глубинке прям слушает. Слушает рок, очень, очень слушает. Слушает, да? Очень, очень, очень. Потому что Кинчев туда приезжает на концерты, он приезжает туда. Вот, ну, русский рок гораздо шире. Я не хочу так, я с тобой немножко полемизирую, но все-таки русский рок шире, чем Кинчев, правда? Вот я конечно, конечно. И я так тебе оппонирую, потому что я знаю, что даже среди моих знакомых здесь, в Америке, очень многие увлекаются русским роком, поэтому я даже боюсь. Ну, я тебе больше того знаю. Я знаю, здесь такого парня из ФСБ, который возглавляет здесь русский дом в Вашингтоне, Саша Золотов, с удовольствием обнародовываю его имя бесславное, он ФСБшник здесь на службе по заданию Путина и Медведева. И он тоже устраивает здесь рок-концерты периодически с русскими рокерами, приглашает их. Меня познакомил с ним человек, которому я до сих пор верю, но этот человек тоже наивный, как и я. Вот такой же замечательный наивный еврей, как и ты. Вот этот наивный, замечательный парень сказал, ты понимаешь, он тебе может помочь с концертами, потому что он вот организует концерты. Да. И выяснилось, что он организует, но с некой такой целью, потому что человек очень нечист на руку. И да, русский рок используется как пропаганда российским правительством. Об этом фильм «Бакенбарда», кстати говоря. Интересно, я это для меня... Нет, бакенбарды я обожаю, для меня просто, честно... Ну да, они, в принципе, там такие были бритоголовые, но для меня все равно это такой вот... Как-то все-таки рок, он как, знаешь, это просто стиль музыки, да? То есть нельзя же сказать, что весь стиль музыки, вот он как бы порабощен Кремлем. Наверное, кто-то используется. Как, знаешь, в любом жанре, наверное, и попса какая-то используется. Ну, я скажу, рокер должен чувствовать избранность и миссионерство, потому что рок-музыкант – это как, понимаешь...
Менестрель в Средневековье, мистер Зингер в Германии, там, менестрел где-нибудь в Англии. Но это свободные ребята, которые антиконформисты, они сатирики, там, как мой отец, там, поэтому его любят рокеры за Букенбарда очень, считают мамина рокера. Нонконформист, сатирик, высмеивает там, смеется. Это полушут. Не, нельзя нарушать философию, как бы, жанра, да? Лена написал Imagine. Это же не гимн по коммунизму, да, да, да. Потому что рокер не может быть куплен коммунистами. Вот не может. Поэтому Я смотрел передачу, где пытались Цоя обвинить, что типа ФСБ его купила. Не ФСБ, извиняюсь, как ФБА его или ЦРУ купила, и что якобы он там, знаешь, это был как бы специально писал песни там «Мы хотим перемен, чтобы разрушить Советский Союз за деньги Госдепа». Сейчас вообще очень много дебатов идут, насколько все принципиально надо относиться, да, и вот эти все разговоры про русскую культуру. Я тебе говорю, мне самому по башке тут попало за то, что я общался, вот, у меня была передача с человеком, который устраивал пикеты против Мацуева, Гергиева и так далее, да, и... Изумительно, там... это да. Торговицкий. Ну вот друг Торговик, такой Дмитрий Смелянский. У меня замечательный, ребята, замечательный. Я восхитил этих. Мне попало за это. Мне попало, потому что мне... Ну, от одного там бостонского режиссера. Ну мне попало за то, что... Ну, мне сказали, что как бы, знаешь, а где, почему все черно-белое, надо видеть серые тона. Нет. Это такой галимый цинизм, что слов этому нет. И, кстати говоря, именно так поступает сейчас Роднянский, который вдруг сорвался из Москвы и начинает себя бить в грудь, как патриота Украины. Не верю, как говорит Станиславский. Друг Блаватника, друг Абрамовича, друг всех тех путинских олигархов, которые имеют ФСБшные чины, потому что не ФСБшников олигархов не отменял. Конформизм никто не отменял, и особенно как бы больно видеть каких-нибудь актеров, ну хорошо, которых, может быть, они были не идеальные, но все равно как-то вот казалось, они... Ну, с актеров чего взять? Значит, подневольные люди. Там Евгений Миронов, который едет там в Мариуполь. Очень страшно. Очень. Девоченко среди них нет, и Серебрякова среди них нет. Двух актеров, которые я... Один мертв, другой еще жив, дай бог ему здоровья и долгих лет жизни, и творчества. Серебряков. Великий актер, которого, ты помнишь, по Левиафану, замечательно. Конечно, конечно, нет. Извини, я тебя не так долго знаю, но из того, что я от тебя услышал, и даже в сегодняшней передаче, и до этого, я перед этим преклоняюсь, что ты готова, на самом деле, посчитаться какой-то собственной выгодой, да, или карьерным ростом ради своих принципов, ради убеждений. Так меня учили родители. Но в этом конфликте, вот в этом конфликте с Украиной, на самом деле, тут уже сложно вот идти на какие-то уступки, сложно идти на компромиссы с совестью. Уже сложно вот этих вот всех актеров, режиссеров, многие которые, из которых мне нравились. Я не знаю, смогу ли я смотреть их фильмы или там их, с ними, там их роли. Я еще раз сосредотачиваюсь на украинском так называемом национализме. Но это их земля, елки-моталки. Если человек воюет с Донбасса даже в группе «Азов», как его можно назвать националистом, если он воюет против москальских наглецов, которые почему-то считают, что они могут доить украинскую землю и навязывать Украине свои москальские законы. И я считаю, что они, если пришли вагнеровцы и беснуются, бесчинствуют в Азове, но я бы сама стала первым националистом Украины. Да, ну, в общем, мы с тобой затронули сложную тему. Я сразу вспомнил Моцарта, Сальери, Пушкина, да? «Я не гений, гений и злодейство – две вещи несовместные. Неправда, Абонаротти, или это сказка тупой бессмысленной толпы, и не было убийцы, создатель Ватикана». Знаешь, это вот... Да. Вот мы с тобой, очень, собственно, очень на эту тему вышли. Я не могу читать стихи так красиво, как ты, но, в общем-то, это сложная тема. И все, я очень был рад нашему разговору, нашей встрече. Я надеюсь, что нашим зрителям тоже понравилось. Я тебя обнимаю и желаю тебе успехов и в твоем творчестве, и в актерской карьере, и в твоей борьбе, так сказать, с орками и за помощь Украине. Спасибо. И ты очень талантливый, я в тебя верю, я твой поклонник. Together with you.